Да блин. Низко надо что-то. О! Точно. Гениально. Один хер не работает. Хоть подкладывать. Да, ну почти. Почти. Так, еще. Так. Во. Две. Здорово, здорово. Так. Блин, еще что-нибудь подложить? Ну, чтобы... А, по-моему, нормально. Есть вариант еще вот, короче. Еще одна есть камера. Запасная. Ё-моё! А что-то она какая-то... Ну... Этой камере просто как бы, ну, 12 лет. Поэтому она так бело показывает. Блин, а чё с ней не так? Так. Её можно как-то подкрутить. Капец. Так, корректировка цвета, точно. Так, это у нас яркость. Вот так. Или это контрастность? Слишком много белого. Так или... Так, контрастность. О, нет, контрастности нормально. Яркость все-таки. О, да. Насыщенность. Не, нихера она не хер ее настроишь. Капец, вот. Ну это. Ну вот, вот такая вот камера херовая. Мы ее не будем использовать. Что у нас, как бы, вот у нас наш этот самый WhatsApp, через в котором можно проинструкти... Дубль 2. Это наш WhatsApp, в котором можно проинструктироваться и обратите ваше внимание... WhatsApp, центр занятости, на секундочку, да, как бы это не случайное место, чтобы вы понимали. Это вам, как говорится, не в попе грязным пальцем ковыряться. Это вот это серьезное место, центр занятости города Красноуральска. У нас, так как я человек неграмотный, я могу упрекать, да, кладбищики написано. Для тех, кто не понял, через без буквы О. Вот так вот, как бы. Вот так вот. Все хорошо, грамотно. Вообще без всяких этих, как говорится, проблем. Все хорошо. Все четко. Так. А, во. Будем сегодня до победного заниматься. Ну, как говорится, обратили внимание, да, вот на это. Так, мы это, в принципе, нам не пригодится сегодня это. Тем более уже, как бы, уже у меня 7 часов. Это все у нас дело закрылось давно. Но сейчас... Сейчас надо будет какую-то это, информацию получить, послушать и написать эссе в 10 страниц.
Ну, благо, у меня в школе было все хорошо с этими эссе. Короче, я... Все нормально, я умел сочинять. Так, надо сейчас браузер вывести. Так, заход. Так, ну, свойства. О, вот так вот. Так, вам, вам видно же? Все, я проверил, вам видно. Норм, да? Вот. Заметили, что тут? Что тут? Что тут правильно, все правильно написано, через О. Почему? Потому что это из Тольятти. Вот это уже из Тольятти пришло. Тут как происходит обучение? Мне скинули ссылку на Яндекс.Диск. Вот так вот все хорошо, да. Ссылку на Яндекс.Диск, все, сиди, изучай твои проблемы. А потом, когда ты это как бы самостоятельно все это изучишь, да, как бы с нуля, вот, изучишь вот доступ к учебной версии программы C1. Ага, то есть это я тоже как бы должен разобраться, что такое C1. С C я только знаю, что это точку есть точка C, короче, War Thunder. И она нейтральная. А бывает и чья-то. И потом надо будет сделать вот это вот, короче. Вот этот парашют, так она откроется мне тут. Да, так. Фью, организация. Так, так, так. Содержание труда кладовщика, безопасность, туда-сюда, туда, так, так, так. Участие в сверке движения материальных ценностей. Так, требования к работе. Ну это мне объясняет так. 10. Помните то видео, да? С которого все началось. 10-20 страниц. Я звоню, а сколько надо страниц? Она говорит, 10. Я говорю, ну так-то эссе. В Википедии написано, что эссе это 25 страниц. Ну тут от 10 до 20. Я говорю, ну там же написано, где? Ну вот у вас написано. А, у нас написано, ну, нет, ну ты 10 пиши. Короче, у всех все написано, всем пофигу. Так, международный интервал 1,5. Так, высылается адрес организации. Шрифт 14, международный строчной интервал 1,5 миллиметра. Межстрочный интервал. Надо бы не забыть. Но это ладно, мы до этого дойдем. Я уж думаю, с разметкой в Word я как-нибудь там разберусь. И я надеюсь, что у меня Word тоже будет захватываться. Ну, Word это же программа, да? Так как бы, иначе проблем не будет. Так. Ну что, посмотрим кино. Если, не дай бог, этот стрим 10 этих самых лайков наберет, то мы тогда это вторую часть будем снимать. Не знаю, кто там хотел, ну, короче, давайте мы... Кинчик заценим, тут какое-то есть кино. Вебинары. Пойдет сейчас, что у нас там? Так, одно 687 мегабайт, другое... какие-то фотки. Давай фотки заценим. Так. Как это у нас листать? Капец, Яндекс, ты со своими рекламами. Понятно, короче, забили на фотки, презентация. Я рассчитывал ее посмотреть, да? Как она? Это не работает через сюда? А что, я скачивать еще буду? Ну, ладно, короче, фотки я понял, да? Как бы он, типа,
Мужик стоит, считает туда-сюда, там трёшь-мнёшь. Это я понял. Давайте лучше кинчик посмотрим. Что это? Полтора часа, что ли? Пойдет. А, ну все нормально, тут на все покажут. Устраивать поудобнее, интересно. Ну хер знает, короче. Женщина, женщина, за проезд передайте, пожалуйста. Ой. Вас не слышно? Алло. Алло, гараж. Микрофон включи где? Капец. Чё, она кроме Ворда ни хера не знает? Я очень не уверен, что я с ней по телефону разговаривал. Да, по-моему, помоложе было. Нормально, да, кино начинается. Так, тут нет, да? Вот это я понимаю, вот это лекция шла. Представляете, кто-то еще в прямом эфире так вот смотрел, такой. Да, 5 минут молчим, неплохо. Видео. Да, я знаю видео. Смотрим видео. Вам же видно? Да, видно. Все это. Обзор, да, как это этих у ютуберов, которые вот на подобное набирают миллионы просмотров. Обзор на обучение профессия кладовщик. Не слышно? Да, так. Так ты думаешь, мне слышно? Мне тоже не слышно. Все нормально. Никнейм. Я с тобой. Мне тоже не слышно. Я тоже вот так же смотрю, прикинь, да, и у нас как бы 5 минут мы так сидим, да, вообще классно. Прикинь, кто-то. реальных ценностей О, тут. и ознакомиться с основами складской логистики. Итак, первый вопрос перемещения продукции в рамках склада. Оформление, учет и перемещение товаро-материальных ценностей. Так, секундочку. Будьте добры, помедленнее, я записывать тогда буду. Погоди. Что, мне надо 10 страниц. Где у меня ручка? Я человек серьезный, я сейчас буду куда-нибудь там писать. Так, это. Сейчас. Где-то у меня тут этот блокнот был. Нет. А, во, все нормально. Так. Во, все, буду записывать, пойдет. Если что-то будет интересное, будем писать. Должны осуществляться в соответствии и перемещения склада. Итак, первый вопрос перемещения продукции в рамках склада. Оформление, учет и перемещение товаро-материальных ценностей должны осуществляться в соответствии с нормативными актами. Складской учет МПЗ регламентируется методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минфина Российской Федерации от 28.12.2001 года номер 119-Н. Кем, От стоп. 28.19. Там. 28 утвержденными регламентируется методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минфина Российской Федерации от 28.12.2001 года номер 119-Н. От 28.12.2001 года номер 119-Н. Такой учет предназначен для контроля движения и сохранности МПЗ в организации, то есть материально-производственных запасов организации. Итак, рассмотрим алгоритм действий кладовщика.
Но мы будем гораздо проще, может, потому что согласно такой-то инструкции, там от Минфина надо туда-сюда, короче, трёшь-мнёшь, там раскладывать. Все, короче, это. Я что-нибудь такое набросаю, и потом это все как бы перемещение и складирование согласно методических рекомендаций. Все, я как бы. Я с этим сталкивался. Ну, я кем? Я такелажником работал, я грузчиком работал. То есть, как бы я напрямую работал с теми людьми, которые этим занимались. А, ну, не, как бы, занимался этим я. Они мне показывали пальцем. Поэтому, что она рассказывает, я как бы это физически выполнял. Поэтому, как бы, что мне про это не написать? Все, у меня первый пункт образовался. А потом мы в Word будем это все вбивать. Тем более, там мне объяснили, как поля расчертить и страницы. Это вообще, 10 страниц вообще, просто, я в свое время, блин, такие стихи сочинял. Перемещение, складирование согласно методических рекомендаций. Ну и там можно что-нибудь там написать. Тут же написано методических рекомендаций. Ну это как бы эти рекомендации в реальности никому нахер не упирались. Как бы, ну как культурно выражаясь, да. Все раскладывают не согласно рекомендации. А чтобы было удобно найти, да, грубо говоря, 4 стеллаж, да, 3 стеллажа обычно, как бы, ну, допустим, это какой-то промышленный склад, да, как вот, ну, на заводе, да, 3 стеллажа, да, на одном мыльнорыльное, на втором какие-нибудь там эти самые тюбики там с этим, с жидким мылом там, с порошками, с этим всем, а на третьем, грубо говоря, там спецовки, к примеру, да, например, да? Ну, что-нибудь такое негабаритное, что-то вот такое, может быть, там отдельно где-то стоять. Да? Вот, все. И там под этим инвентарным номерами все оно располагается, все понятно. Там у каждого кладовщика компьютер, да, там обычно есть. И там вбито, допустим, со шпаргалками. Допустим, вот это вот здесь, это вот здесь. И когда начинается инвентаризация, все просто и понятно, да? Вот я уже вот это вам рассказал, это уже хер знает, насколько будет. А я там, а надо свои мысли, да? А я вот это переложу, как будто это моя мысль. Все. Что она скажет? Послушаем. Шаг. Вот смотрите, вот как раз я про это и говорил, да? Видите, все что-то так. А уже так. Мышку видно будет, да? Так. Ну вот видно, да? Вот тут внизу какие-то вот тюбики, да? Ну конечно, это не очень удачная фотка. Не очень удачная фотка тут, потому что, ну, это прием товара происходит. И оно вот прямо так вот сюда. Это не очень хорошая фотография. А так это просто как-то такое, ну, такое себе. А так потом там тут по полкам это разберут. Да и тут стеллажи-то не до конца собраны. Он тут просто стоит. Я не завидую, кто этим тут занимается. Вот этим всем. Он просто вот что-нибудь надо будет там, какую-нибудь коробочку, какую-нибудь там, что тут? Тут вообще продуктовое, да, что-то такое. Надо будет что-то найти. И хер тут что найдешь. Ну вот, ну тут вообще просто, ну хотя ладно тут, вот. Масло, да, вон я вижу в коробках внизу. Вон там кофе, по-моему, известной марки. А вот надо будет что-то такое, короче, раз и все. Ну, потом они, видать, это из упаковок раскладывают, как-то сортируют, ну. Это, я так думаю, временный склад. И вот приемка продукции вот тут оно происходит. Ну, я не знаю, если они так принимают продукцию, им потом трудно будет это все, короче, сортировать. Такое себе. Первый. Приемка продукции или товара в зависимости от вида деятельности организации. Товар приходит на склад и выгружается в зону приемки. Его принимает кладовщик. И после приемки оформляет приходный ордер. Процесс весьма трудоемкий и занимает немало времени, а также место на складе. Написали. Оформление поступления товара в программе 1С управления торговлей 8.3.
представлена документом поступления товаров и услуг. Ну, чтобы зайти, значит, в этот документ сформировать, значит, мы заходим в меню документы, затем закупки. Капец, и это мне что надо будет где-то тут делать? А вот да, тут есть, а как-то... Хотя, задание оформите, хотя я, наверное, вот это попробую. Задание оформите товарные накладные, используя образцы накладных из интернета, составить товарный отчет. Начало товарного периода, 10 дней остаток товара. Ё-моё! Составить отчет о движении. А, ну мне сказали, вообще, вот любой из вариантов выбирай, это самое, короче, и это пойдет. Ну, ладно. И выбираем пункт поступления. То есть документы, ниже откроется пункт закупки и далее сам документ поступления. И вот формируем вот так мы в программе 1С-бухгалтерия. Значит, номер он формируется автоматически, устанавливаем дату поступления, устанавливаем флажки отражать в управленческом бухгалтерском налоговом учете. Это наша организация, которую мы ведем «Мечта», и контрагент, то есть поставщик «Надежда». Так. Товар поступает на главный склад. Ну, предварительно нужно заполнить справочники. Справочник номенклатуры, номенклатурные группы, туда вносим позиции товара. Затем справочник номенклатура, типы цен номенклатуры. В управленческом бухгалтерском закупочную, розничную и оптовую цену. В розничной цене устанавливаем наценку, какую мы хотим, и в оптовой скидку. А также заполняем документы. Ценообразование, установка цен номенклатуры. И там, значит, мы будем устанавливать и закупочную, и розничную, и оптовую цену. В данном случае у нас вот документ, это значит поступление товаров и услуг на склад. Внизу экранная кнопка печати, и там будут формироваться уже печатные формы документов. Шаг второй. Оформление и учет принятой продукции. Оформление и учет принятой продукции. Далее оператор склада отправляет все первичные документы, включая приходный ордер, в бухгалтерию организации, в которой проводятся все необходимые финансовые операции. Вот форма приходного ордера. Как говорила я ранее, из документа поступления товаров, значит, через экранную кнопку «Печать» мы формируем приходный ордер. Унифицированная форма М15. Вот приходный ордер. Это... Ну, я думаю, таким языком сложным я не буду выражаться, просто как своими словами, да, там приемка... Я так себе записал на всякий случай. Приемка продукции, приходный ордер, какие-то там базовые слова, чтобы они мелькали, да? Основной документ кладовщика. Именно он подтверждает наличие товара на складе. Значит, здесь указывается наша организация, название «Мечта», ИНН, адрес юридический, телефон, расчетный счет, банк, обслуживающий организацию, ну, это банковский код и так далее. Курс-счет банка. Чего? Банковский код? Организация, так, где этот банковский код? А, ага, это вот, короче, да, херово видно, ну да и похеру. Далее, значит, идет, указывается дата, главный склад, куда принимается товар, и от поставщика ООО «Надежда». Реферат и вот все без позиции даты. Товара. Позиции товара.
которые предварительно у нас были внесены в номенклатуру, созданы номенклатурные группы. Далее у нас шаг. Шаг третий. И мат. Внутреннее шах. Перемещение товара материальных ценностей. О, так, внутреннее перемещение. В процессе хозяйственной деятельности у предприятия возникает необходимость перемещения материалов между складами. О, я с этим сталкивался. С внутренним перемещением. Даже вот этими руками участвовал во внутреннем перемещении. Говорит, слушай, Андрей, нам надо туда столько хлеба отправить. Или, допустим, вот, короче, туда в кузницу отнеси вот эту детальку. Так, сейчас так как я пересекался с кладовщиками и участвовал во многих процедурах, я могу свои размышления как бы вот по вот такой тематике могу не только на 10, могу на 20 и так далее страниц, только как бы, ну, ничего не поменяется от этого, ну. За 10 лет работы в этой сфере, просто, блин, 10 страниц это... Я 10 страниц, наверное, шестым шрифтом могу написать. Вот этим мелким вот этим. Во, и вот я вот примерно как вот этот вот как мужик, только у меня вот такой этого трактора не было, только руками. Или структурными подразделениями. Первичным документом в данном случае выступает накладная. Требование накладная. О, я уже мысли ее читаю. Конечно, накладная. Внутреннее перемещение. Без накладной тебя, ты пойдешь с этой железячкой по территории предприятия, тебя охранник, хоп, а ты куда идешь с этой медяхой? Я вот туда ее понес. И все, тебя примут, короче, охранники. Нихера себе, он гуляет тут с ценным материалом. Это в случае предприятия. А в случае, допустим, я когда в пекарне работал, я грузчиком-экспедитором был, я на машине ездил. И точно такой же, только ДПСники тормозят так и нас на почтом. Так, а вы куда это едете? Мы торты развозили. А какого хера вы торты развозили и обратно с тортами едете? Почему вы их не отдали? Нам вернули. А у вас есть докладные на вот эти торты, которые вам вернули? Я говорю, так они же испорченные. И этот ДПСник говорит, чего вы нам, кого вы нам лепите, Горбатого? Что-то испорченные торты вам отдали. Вы там, вы как-то там, короче, через этот самый кондитерскую продукцию это деньги, наверное, отмываете. Я говорю, да вот испорченный сам. И что, я говорю, что, куда мне их девать? Хотите, я сейчас выброшу? Но вы будете отвечать или сожру. Капец, вот я один раз докопался, допустим, а что это вы обратно с тортами едете? Я говорю, отдали нам. Я говорю, отдали. А где документы, что отдали? Все, докопался. В итоге самое интересное, когда мы вот эти торты привозили, у нас вот такие кондитера были. Они раз там плесень и так далее уберут, все, и все. И торт, который 3 дня, который больше 3 дней лежал, да, ну, номинально все магазины смотрят, 3 дня прошло по этикетке, и они возвращают сразу, без раздумия. Это как бы санитарные нормы, чтобы их не нарушать, чтобы санэпидемстанция, короче, не наказала. И они все отдавали нам. А что, торты-то нормальные раньше в пекарне делались. И мы раз, к 2 часам я приезжаю, вот, смотрите, торты. И все, и что, они выбрасывают же, раз, нормально, у нас каждый день были торты. Ну, это уже я про накладные, да, рассказал. М-11. Выписывается накладная материально ответственным лицом, отправляющей стороны. Материально ответственное лицо, то есть кладовщик материально ответственное лицо. А, ну и заведующий, к примеру, да, и так далее. Ну, кладовщик это тоже материально ответственное лицо. В 2 экземплярах. Одна тем, кому отвозишь, а другая себе, как бы.
Первый остается у передающей стороны Вот. и служит основанием для списания материалов с учета. Второй передается материально ответственному лицу принимающей стороны. Во! А понимаете, а? Я крутился в этой сфере, все знаю. И является основанием для принятия товаро-материальных ценностей на учет. В результате товар числится на складе и занесен в программу складского учета. Ну, в большинстве случаев это программа 1С предприятия и конкретно конфигурация 1С управления торговлей. На складе с товаром производится ряд различных мероприятий, таких как размещение, перемещение, сбор на отгрузку. Шаг четвертый – сборка заказа на отгрузку. Кладовщик оформляет заявку на сбор заказа, и сотрудники склада, используя специализированную технику, осуществляют сборку заказанного товара и перемещают его в зону отгрузки. Кладовщик перемещает, ага, конечно. Грузчики перемещают, кладовщик говорит, так, вот это вот берешь туда тащишь, это сюда тащишь. Вот так вот он это пальцем перемещает. Одним. Так, перемещение на отгрузку, это как бы, ну, это неинтересно. В зону отгрузки. Вот он заказ покупателя. Формируется тоже в программе 1С управления торговлей. Ну, в данном случае у нас редакция 10 и 3. Путь формирования заказа – это документы, продажи и заказ покупателя. Главное меню – документы, заказы, документы, продажи, заказ покупателя. Реквизиты заполняются, значит, дата, контрагент, договор, если он указан, договор, склад и заказ, значит, заказ формируется, заказ, каким заказ покупателя. Способом подбора, экранная кнопка подбор, способом подбора. О, вот это более привычный. Шаг пятый – это контроль и учет отгрузки. О, собранный так. Товар. В зоне тихо, отгрузки. Тихо. Проверяй. Контроль отгрузки надо пометить. Вот это я для себя помечу, что контроль отгрузки. Потому что я очень часто участвовал в отгрузке, да, и если в процессе отгрузки совершить поспешность, то можно прилипнуть не на плохие деньги, потому что в случае, если ты грузчик где-нибудь в магазине, то ты можешь разбить там какую-нибудь стеклянную баночку, типа как с кетчупом, когда вот у меня было такое. В случае, если ты на промышленном предприятии, как вот я такелажником работал, там при перемещении металлических паковок, заготовок и деталей, там станки стоят, там от 5 до 30 миллионов каждый, и можно одним неверным движением просто как бы в рабство надолго там остаться. Поэтому контроль отгрузки – это, блин, очень важный момент в этом всем деле. Я поэтому помечу. Мне интересно, что она скажет. Я-то же понимаю, что такое контроль отгрузки. А что как бы тут она подразумевает? Является контролерами склада. На правильной сборке, согласно заявке на отгрузку. Проверенные заявки возвращаются к кладовщику, который списывает собранный товар в складской программе. И в чем контроль отгрузки? Посмотрели по программам, все сходится и как бы да, да? То есть, как бы, главное, чтобы как говорится, по бумагам все. Ой, короче. Шаг следующий. Отгрузка продукции или товара. Отгрузка продукции или товара. Разбираем. Далее, в назначенное время подаются машины для погрузки товара. Товар грузится
либо целиком на палетах, либо без палет. Второй способ позволяет загрузить больший объем груза, однако повышает трудозатраты и снижает скорость погрузочно-разгрузочных работ. Далее товар отправляется по адресам доставок. Реализация товаров в программе 1С управления торговлей. То есть заходим в меню «Документы», далее выбираем пункт продажи и реализация товаров. Реализация товаров. Значит, здесь тоже формируется, да, формируется следующим образом. Указываем дату, наша организация, устанавливаем флажки «Отражать в управленческом, бухгалтерском и налоговом учете». Так, далее контрагент, то есть наш покупатель, и договор, указывается договор. Поскольку мы реализуем товар по заказам, в строке «Заказ покупателя» через три точки выбираем заказ. Выбирается заказ. Он должен быть хотя бы за один день составлен до отгрузки покупателя. В данном случае, значит, если у нас реализация идет 21-го, заказ от 16-го. И затем упрощенным способом заполняем документ. То есть экранная кнопка «Заполнить», выбираем «Заполнить по заказу». Кликнули, и у нас сформировался документ. Вот общая сумма заказа 53 121 рубль 13 копеек, в том числе НДС. То есть умножаем на 18 и делим на 118%. Так. Далее. Для эффективной и бесперебойной работы капец, как я это буду фирмы необходимо грамотно организовать работу складов. Чтобы отследить движение ТМЦ на складах, очень важно своевременно выписывать сопроводительные и первичные документы, оборот которых следует зафиксировать графиком документа оборота в учетной политике организации. Ну и вот, значит, мы видим накладную на отпуск товаров М15. То есть наряду с заказом еще формируется накладная на отпуск товаров на сторону. Далее рассмотрим инструкции для кладовщика. Нормативным актом, регулирующим деятельность кладовщика, относятся различные инструкции. Угу. Например, инструкция кладовщика по приемке продукции или товара. Первый пункт. Общие положения. Общие положения рассмотрим. Значит, первое сюда входит приемка продукции или товара по количеству. Она осуществляется непосредственно после разгрузки товара. Приемка товара по количеству на предприятиях должна осуществляться в соответствии с действующими нормативными актами и сопроводительными документами. Второй раздел – это требования к выполнению. Приемка продукции по количеству осуществляется в тех же единицах измерения, в каких оно указано в сопроводительных документах. Акт об установлении расхождений в количестве при приемке ТМЦ должен оформляться в присутствии лица, осуществляющего доставку. И третий раздел – порядок выполнения. Кладовщик обязан произвести сверку наименования фактически поступившего товара с наименованием, указанным в документах. В случае обнаружения несоответствия по наименованию кладовщик обязан зафиксировать факт несоответствия в документах и проинформировать о данном несоответствии руководство. Угу. Затем кладовщик обязан произвести подсчет количества фактически поступивших товаров и фиксировать количество. Кладовщик обязан, конечно, кладовщик обязан, но считает всегда грузчики. Ну сколько там насчитал? Ну все, молодец, да? Да. Фактически поступивших товаров. Кладовщик обязан сравнить количество поступивших товаров с количеством, зафиксированным в сопроводительных документах. Угу. В случае обнаружения несоответствия товара по ассортименту,
количеству. Кладовщик вправе дать отказ поставщику приемки товара. Да. Ну и четвертый раздел – ответственность. При нарушении положений настоящей инструкции кладовщик привлекается к административной ответственности. А я говорю, что кладовщик – это лицо ответственное, и можно без проблем это отъехать. Итак, мы с вами рассмотрели инструкцию номер КЛ, то есть кладовщик 121И. КЛ-121, и это была инструкция по приемке продукции. Следующая инструкция 122И – это размещение товара. Здесь первый раздел также общие положения. Кладовщик обязан приступить к размещению товара на складе непосредственно после приемки товара на склад. Он обязан определить будущее место товара на складе в установленные сроки. Второй раздел – требования к выполнению. Кладовщик обязан осуществлять определение будущего места товара на складе в соответствии с планом размещения товара, в соответствии с правилами товарного соседства и санитарно-эпидемиологическими нормами хранения товаров. При определении будущего места товара на складе кладовщик обязан особо учитывать срок годности товаров в целях более срочной реализации, срок годности которых подходит к концу, либо ограничен коротким периодом времени. Порядок выполнения, третий раздел. Инструкции КЛ-122И. После получения документов на вновь поступивший товар кладовщик обязан тщательно изучить все характеристики прибывшего товара. Кладовщик обязан определить будущее место скоропортящегося товара на складе в целях обеспечения сохранности товара. Обязан оценить степень заполненности склада определенным видом товара. Спланировать возможное перераспределение имеющегося товара на складе, ну и другое. Кладовщик обязан четко обозначить будущее место хранения товаров при помощи унифицированной системы кодировки места расположения товаров на складе, то есть координаты места. Ответственность. В случае нарушения положений настоящей инструкции работник привлекается к административной... к административной ответственности. Инструкция номер КЛ-125И называется «Отпуск товара». То есть основные моменты в работе кладовщика – это поступление и отпуск товаров, то есть получение и его реализация. Первый раздел – также общие положения. Отпуск товара в торговый зал либо в другое подразделение является заключительным этапом процесса складирования. Требования к выполнению – это второй раздел. Передача товаров осуществляется только после оформления всех документов на складе. Это накладные. Вот в данный момент мы на экране видим накладная на отпуск материалов на сторону. На отпуск материалов. Так, ага, интересно. Накладные. Так, надо себе пометить. Так, тайминг. Накладная 22:36. Чтоб я когда, если это вдруг задачу буду решать, 22:36. Чтобы мне знать, что и как. А тут у меня написано: задание оформить товарные накладные, используя образцы накладных из интернета, составить товарный отчет. Начало отчета отчетного периода 10 дней, остаток товара. А причем тут 10 дней, я вообще не понимаю. Так. Начало отчетного периода 10 дней. Остаток товаров на складе составил 120 тысяч. На склад по товарным накладным поступило
Так, ладно. Там разберемся. Составить отчет движения товара на складе за определенные и определить товарные остатки. Конец отчетного периода. Капец. Ну ладно. Потом на сторону. Передача товара, торговый зал или другое подразделение должна осуществляться только на основании заявки из торгового зала либо по заборному листу. Кладовщик обязан проконтролировать соответствие передаваемого товара информации, представленной в накладной. Третий раздел – порядок выполнения. Итак, кладовщик обязан, посмотрев заявку с торгового, из торгового зала, с помощью оператора погрузочно-разгрузочных работ. С помощью оператора, кого, грузчика, нихера себе, оператор грузопогрузочных работ, нихера себе, оператор. Отобрать товар. Оператор погрузочно-загрузочных работ. Отобрать товар. Да, оператором-то меня никто не называл. Оператор. Прикольно. Все, капец. У тетки этот. Должен отобрать товар. Оперативка повисла. Если кладовщик не смог осуществить данную операцию по каким-либо причинам, то он обязан еще раз сверить заявку. Тетка такая, херак, замерла. Оперативка старая уже подвисает. Из торгового зала с перечнем товаров, имеющихся в наличии на складе. Кладовщик обязан оформить документы на товар. Он обязан передать документы на товар оператору. Кладовщик обязан организовать отгрузку товара с помощью оператора погрузочно-разгрузочных работ. Все возникшие вопросы кладовщик обязан решать с вышестоящим руководством. Четвертый раздел – ответственность. В случае отсутствия кладовщика на рабочем месте… Тихо. Так, ответственность. Вот, мы тоже про это напишем. Вот. Разрешение старшего кладовщика, к нему будут применены санкции в соответствии с положением о заработной плате кладовщиков. Вопрос следующий. Введение документа оборота по складскому учету материала. Так, введение. Как там сказал? Введение кладовщиков. Применены санкции в соответствии с положением о заработной плате кладовщиков. Вопрос следующий. Введение документа оборота по складскому учету материалов. Так. Оформить товарные накладные. Так, введение. Ставить. А, ну, блин, кстати, да, очень похоже на то, что вот тут вот мне написано. Так, начало отчетного периода. Итак, введение документа оборота по складскому учету материалов. Рассмотрим первичные документы по учету материалов, а также порядок их оборотов в компании. Итак, вопрос поступления материалов. В соответствии с пунктом 2 раздела 2 методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ, утвержденных, как мы уже говорили, приказом Минфина от 28.12.2001 года номер 119-Н, понятие материалы включает широкий номенклатурный ассортимент запасов предприятия со сроком использования менее года. К материалам относятся сырье, необходимое для производства полуфабрикатов или готовой продукции, вспомогательные материалы, которые не входят в готовое изделие, горюче-смазочные материалы, запчасти, тара, покупные полуфабрикаты,
и прочее. В организации, имеющей склады, приказом руководителя утверждается перечень материально ответственных лиц, отвечающих за сохранность и ведение складского учета материалов по каждому из складов. ТНЦ, поступающие от поставщиков, имеют комплект товаросопроводительной документации, которые представлены накладной, форма ТОРГ-12 или М-15, счетом фактурой, товаротранспортной накладной, спецификации. Из них основанием для оприходования служит накладная. Итак, мы видим накладная ТОРГ-12, основной документ. То есть накладная ТОРГ-12 является основным документом и приходный ордер М4. И вот накладная. Значит, сначала реквизиты, значит, у нас идут у нас поступление товаров, вот поставщика, грузополучатель, мечта, это мы. Так, ну-ка, еще раз, пожалуйста. Поставщика, реквизиты, ордер М4, накладная ТОРГ-12, основной документ. То есть накладная ТОРГ-12 является основным документом и приходный ордер М4. И вот накладная. Значит, сначала реквизиты, значит, у нас идут. У нас поступление товаров, вот поставщика, грузополучатель, мечта, это мы. Так указаны реквизиты все поставщика и получателя. Значит, и далее табличная часть. Указывается здесь номенклатура товара, единица измерения, значит, какое количество поступило, цена, сумма без учета НДС. Затем ставка НДС 18%, в том числе НДС, поэтому 18 делим на 118. И сумма, значит, общая сумма. В конце будет указано, в том числе НДС. Угу. Вот у нас с вами товаро-транспортная накладная. Следующий документ. Я вот смотрю, накладная у меня тут, блин, ага. Шесть накладных. Начало отчетного периода за 10 дней. Капец! Шесть на 10. Это что, 60? 60 листов, что ли? Да вы что, блин? Ладно, может, я что-то путаю. Момент при поступлении накладная М15. Мы везде, только она будет уже отпуск на сторону, она будет заполнена именно поставщиком. Поставщиком будет заполнена. М15. Так, значит, эти документы мы изучили. Дальше материалы при приемке должны быть проверены на соответствие, как мы уже говорили, фактического количества, качества и ассортимента, заявленным в сопроводительных документах. Если расхождение в процессе проверки выявлено не было, материально ответственное лицо составляет приходный кассовый ордер формы М4. Приходный кассовый ордер. Так, о нем тоже мы ранее уже писать. Говорили. Вот приходный кассовый ордер. Ответственность. Он подтверждает. Для реферата, значит, это неинтересно. Приходование товара на склад. Так. Ну что там по накладным у нас? Если по факту приемки были выявлены несоответствия, то кого-то поставщик накажут. Оформляет акт расхождений по форме Т2. Теперь рассмотрим организацию складского учета материалов. Так это не ладно. Учет ТМЦ. Учет ТМЦ в бухгалтерии и на склады может вестись количественно-суммовым или сальдовым методом. При использовании первого
то есть количество суммового метода, и на складах, и в бухгалтерии учет ТМС ведется по количеству и сумме одновременно. Если же учетной политикой был утвержден сальдовый метод, то на складе ТМС учитывается по количеству, а в бухгалтерии в суммовом выражении. То есть видите разницу. Введение складского учета материалов возможно двумя способами. Первый – партионный, второй – сортовой. Итак, первый – партионный способ. В данном случае каждая партия ТМС хранится отдельно. Угу. Партия – это однородный материал, поступивший по одному документу. Логично. На каждую партию материально ответственное лицо оформляет партионную карту в двух экземплярах. Первый – для склада, второй – для бухгалтерии. Форма утверждается фирмой самостоятельно в зависимости от вида ТМС. В приходную часть документа вносятся данные согласно первичным документам, поступившим от поставщика. В расходные – данные по факту списания материалов. После полного отпуска всей партии ТМЦ, партионная ТМЦ, партионная карта закрывается. Материально ответственное лицо составляет акт об израсходовании товаро-материальных ценностей и передает весь пакет документов в бухгалтерию на проверку. Это был партионный способ. Теперь рассмотрим, значит, способ сортового учета. Сортовой учет. Складской учет материалов таким способом ведется по наименованиям и сортам ТМЦ, вне зависимости от даты поступления и цены. На каждое наименование материала заводится карточка учета материалов, форма М17, которая регистрируется в специальном бухгалтерском реестре. Ведется такая карточка в течение года. При ведении складского учета сортовым методом экономично используется пространство склада. Легко осуществляется управление остатками материалов. Однако отследить цену поступления ТМС не предоставляется возможным. И материал списывается по средней стоимости и методом, или методом по средней стоимости или методом ФИФО. Ну, ранее существовал еще метод ЛИФО, в данный момент его уже отменили. То есть ФИФО. First in, first out. ФИФО. Первый вошел, ФИФА. Первый вышел. Итак, это пункт ФИФО. 73 приказа 119-Н, который основной наш приказ. Значит, было у нас поступление материалов, отражение в учете, теперь выбытие материалов. Выбытие материалов. Списание материалов со склада должно сопровождаться одним из документов. Лимитно-заборной картой формы М8, накладной об отпуске материалов на сторону М15, требованием накладной М11 или товарной накладной ТОРГ-12, которую рассматривали перед этим. Ну, разберем документы. Лимитно-заборная карта – это документ, предназначенный для отпуска одной номенклатуры материалов в другой склад предприятия или на сторону. Лимитно-заборная карта. Данный документ ведется… Так, о, я тут в своих документах тоже как бы немного поразбирался. Во, смотрите, я нашел… Я вот это задание буду делать. Во, всего три строчки. Что тут пишут? Относительно три варианта, вообще самый легкий, кажется. В первом варианте тут, блин, задачи решать на 300 лет. Какие-то документы, короче, таблицы всякая, параша, нахер это мне надо. А вот тут у нас пишут. Оформление технологических документов по контролю, расходу, хранению продуктов. Во. Задание. Примите решение по результатам инвентаризации. И следующее написано. По документам на складе предприятия ОП значится остаток на сумму 20 600 рублей. При проведении инвентаризации
обнаружился остаток на сумму 18 100 рублей. Комиссией выявлена порча крупы от вредителей на сумму 500 рублей. По расчетам бухгалтера размен естественной убыли за отчетный период составила 2300 рублей. Задание. Принять решение по результатам инвентаризации определить ответственность кладовщика. Но я думаю, тут элементарно. Кладовщик что-то себе как бы немного присвоил. То есть 2300, да? Вычитаем 500, у нас 1700 получается рублей, да? На 1700 рублей кладовщик присвоил себе продукции незаконно, и его нужно наказать в зависимости от решения руководства. Либо как бы на эту сумму, во-первых, вычесть с его зарплаты, да, соответствующее. Ну и, собственно, как бы неполное соответствие тоже можно как бы, то есть как бы на 50, так как в принципе это воровство... На 50 или на 100% наказать его с зарплаты. Хотя, что это, 1700, да? Ну, 1700. Ну, хотя, если первый случай, да, то можно на 50% от зарплаты, да? Даже принять решение по результатам инвентаризации, определить ответственность кладовщика. Если, в любом случае, ответственный за свой склад кладовщик. Если он допустил, что у него на 1700, грубо говоря, без его ведома куда-то там ушло, значит, он должен нести ответственность по всей строгости. А если руководству удастся доказать, что это он именно вынес вот этой продукции к себе, то его можно даже уволить по статье соответствующей. Но это слишком жестко, у нас так, по-моему, никто не делает. Но если хороший кладовщик, то просто, ну... Первый раз наказать его, как бы, для первого раза на 50%, да, от суммы, от поощрительной части заработной платы. А кладовщик это, как бы, уже материально ответственный человек, и там зарплаты приличные, сидя на пятой точке. Все, задание решено. Я вот уточню, как мне это надо написать. Пойдет, если я вордовским этим самым, короче, захерачу. В течение месяца в двух экземплярах. По одному для отпускающей и принимающей стороны. В карту вносятся данные о количестве отпущенных материалов, которые визируются подписями отпустившего и принявшего обязательно, материально ответственного лица. Обязательно подписи отпустившего и принявшего материально ответственного лица. В конце периода карты сдаются в бухгалтерию. Итак, была лимитно-заборная карта. Второй документ – требование накладная. Выписывается разово на каждый отпуск. Все, капец. У тетки опять с оперативкой проблема. Так, на каждый отпуск ТМЦ. В двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Накладная об отпуске материалов на сторону выписывается в результате выбытия материалов в адрес стороннего юрлица при продаже или, например, передаче материалов как давальческое сырье. Выписывает документ в двух экземплярах. Если отпуск производится сторонней организации к форме М-15, необходимо приложить доверенность получателя ТМЦ. При реализации материалов стороннему контрагенту выписывается накладная ТОР-12 в двух экземплярах. Первый остается у фирмы продавца, второй передается покупателю. Если ТМЦ переводится автомобильным транспортом, необходимо составить еще и товаро-транспортную накладную, форма 1Т. Все, тетка подвисла. Оперативки не хватает. Логин! Так, следующий вопрос отчетности. Теперь остановимся на отчетности. Основным отчетом кладовщика является материальный отчет, форма М-19.
Этот вид отчета позволяет обеспечить возможность контроля за приходом и расходом товаро-материальных ценностей в ходе ведения деятельности предприятия. Этот отчет заполняется исключительно материально ответственным лицом. Особенностью отчета является то, что он заполняет... Материально ответственным. Почему-то она как-то разделяет кладовщик и материально ответственным лицом. А кладовщик — это всегда кладовщик материально ответственный. На материально ответственное лицо. Что это за разделение? То ли она там это сидит от себятину какую-то читает. Как кладовщик может быть нематериально ответственным лицом? Просто отчетность заполняет кладовщик, потому что он всегда будет материально ответственным лицом. А то я бы так хотел поработать. Я кладовщик, но я нематериально ответственный. Пофигу, что у вас там пропало. Это меня вообще-то как бы не это самое. Выполняется по оборотам за месяц на основании первичной документации. Прежде чем заполнить отчет, необходимо знать следующие нюансы. Документ заполняется только после проведения инвентаризации, подкрепленной документами. Так, отчетность... Тут еще допишем. Инвентаризация. Давай, ты пока рассказывай, я пока буду писать. Дата отчета должна совпадать с датой инвентаризации. Да ладно! Необходимо вносить все номера и даты накладных, чеков и других документов, которые подтверждают оборот ТНП. А я думал, можно сделать инвентаризацию, а отчет через 3 года, короче, левыми числами заполнить. А я там думал, так можно. И вам больше скажу, не то, что так можно, так некоторые делают, да, как бы, на комбинате, у нас на комбинате. Говорит, надо, говорит, тем же числом заполнять. Ага, да, ну теми же числами заполняю, только потом уже... Когда несколько месяцев прошло, и ты это левым числом... сегодня, допустим, да, какое у нас, 15-е, а тебе говорит, вот, распишись. Я говорю, за что? За март. Я говорю, ну сейчас же 15 апреля. Пофигу, за 20 марта распишись, там ты что-то получал. Я говорю, не, я, конечно, все понимаю, но это так-то ответственность, подлог и все дела. Ты давай не разговаривай, а то вообще ни хера не будешь получать. Я говорю, ну ладно. Как бы, мое дело маленькое, я человек, как это, подневольный. Все наименования единицы измерения должны соответствовать тем, что указаны в первичных документах. Да ладно! Расходы и остатки должны быть указаны по всем группам товаро-материальных ценностей. Остатки ТМЦ в отчете и фактически всегда должны совпадать. После заполнения отчета он передается на проверку и для анализа в бухгалтерию. Данный документ не является обязательным, но применяется в тех случаях, когда компания имеет большой оборот ТМЦ за месяц и необходим учет этой статьи деятельности. Большой — это сколько? Большой оборот. Для кого-то может быть там 100 тысяч большой, а для кого-то и несколько миллионов — это не очень большой. Тоже как-то так, это самое, сказала. Сам отчет состоит как минимум из 2 страниц. Первая страница отображает данные о материально ответственном лице, дате составления отчета, отчет и количестве без даты обнаруженных приходных и расходных документов. Основная часть материального отчета включает в себя номенклатурный номер, полное и правильное наименование товара. Ой, рассказывай, пока посмотрю. Цену и единицу измерения. Затем уже отображается непосредственно движение ТМЦ. Сначала данные по поступлению за месяц, затем данные по расходу за месяц. Такой тип документа позволяет ориентироваться в оборотах ТМЦ по предприятию, если они проводятся в более чем средних объемах.
Наряду с материальным отчетом для целей управленческого учета в программе 1С управления торговлей 8.3 представлены различные отчеты. Например, мы можем сформировать отчет по клиентам. Обращаемся к меню «Отчеты», «Продажи», выбираем пункт «Продажи» и подпункт «Отчеты по клиентам». Вот сформировали отчет по клиентам. Вот мы его сформировали. Чтобы его сформировать предварительно, еще надо установить дату, какой мы хотим период, или за месяц, или за полугодие, может, за год. В основном это делается за месяц для целей управленческого учета. Устанавливаем период с начала месяца до конца месяца и нажимаем экранную кнопочку «Сформировать». Вот отчет по клиентам сформирован. То есть, если мы возьмем гипермаркет, у нас какой там будет, ну, неважно нам название, евро в данном случае, значит, сколько у него поступило товаров от него, вот смотрим, вот сколько, значит, произошла ли оплата, когда, и в конце будет долг, долг на конец месяца. Сначала долг на начало месяца, потом на конец. И так рассматриваем каждого клиента. Если будем формировать отчет по прибыли, также обращаемся к главному меню «Отчеты», выбираем пункт «Продажи», затем «Анализ продаж» и «Валовую прибыль». Нажимаем кнопку «Сформировать». Отчет сформирован. Мы видим прибыль, какая у нас получилась прибыль валовая, и рентабельность, то есть отношение прибыли к реализации. В данном случае рентабельность 23% в основном. Так, далее можно сформировать отчет по продажам. Тоже обращаемся к меню «Отчеты», «Продажи», «Анализ продаж» и выбираем пункт «Продажи». Сформировать. Кнопочка «Сформировать». И вот у нас, значит, получается такой отчет. Мы видим, значит, сумма, количество. Вот сумма без скидок, она же так. И количество, сколько продали там ванна. У нас 4 единицы мы продали, там мобильный телефон. 4 ванны. 1 единица. Вот отчеты. Чего? Это что за магазин такой прикольный? Что и ванны, и мобильные телефоны, и, короче, и вообще всю херню в одном месте продают. Прикольно. Вот это я понимаю. Хоть продукты. Пришел в магазин и все купил. И ванны, мобильный телефон, продуктов. Тут же все, короче, в одном отделе. Скопом, пофигу. Да, представляешь, но это у нас учебный такой стрим. Следующий отчет может быть отчет по продажам. Вообще, план набросал. В виде диаграммы. Ага. Значит, устанавливаем период тут за месяц, начало месяца, конец месяца. Выбираем, значит, круговую объемную, например, диаграмму. Формируем, сформировать. И вот она представлена. Вот, значит, у нас гипермаркет покупает. Самое прикольное то, что как бы она-то физически это не делает. Тут все картинки показывают. О, классно. Классная презентация. Так все понятно, капец. Вообще это. Войдите. Все, я уже готов заходить. Я чисто тут то, что она говорит, бубнит, я записываю для себя, чтобы мы же потом этот эссе будем писать. А это капец. Я надеюсь, что у нас Word. ОБС-ка захватит. Это еще, как говорится, до победного, хоть до самого утра, пока 10 страниц я не напишу. ФИФА будет сегодня. Кого? ФИФА? Да ты серьезно? Мне прошлого раза хватило этой ФИФы. Я говорю, сегодня до победного будем заниматься. Пока 10
10 страниц реферата не напишем. Ты знаешь, что такое дистанционное образование? Вот я сижу. Покупатель евро, там и так далее, вот рубль. Я знаешь, как, вот то пересмотри, знаешь, вот этого вполне хватит. Я задолбался, мне так за те 6 часов, мне так FIFA надоело, вот она где, блин, я... Не дай бог, блин, еще мне этот... Я подобной херней надо будет заниматься. Да, конечно, через конференцию. Вот эту тетку записали. И она даже не делает, понимаешь? Она бы делала, к примеру, вот в этой... Я так понял, что я через ОБС записываю, да? Как бы вот. Вот этой с левой части, да? Она бы показывала, как вот чего куда там тыкать. Это у нее просто скрины появляются. Она сидит такая, бубнит. У нее вот так же. У нее какие-то бумаги, да, вот я. Давайте сейчас, я как типа умный человек. Она вот такая, вот так вот себя держит, вот так вот. Внизу, да, такая. Вот, и вот так, видишь, глаза вниз. Вот так вот, типа. Типа умная такая. Сидит такой, да. Да он туда нажимайте, туда-сюда нажимайте. Это самое, и вот. А у нее все. Скриншоты тут, она просто тыкает, скриншот появляется. Классное обучение. Я бы хотел, чтобы вот так вот на самом деле рассказывали тебе, объясняли, ты там что-то себе фиксировал, такое, чтобы тебе доходило. А так, C1, что такое C1? Я вот, она через C1 рассказывает, я ни хера не вдупляю. Я тут нашел один простой вариант, я потом спрошу, можно или нет, вот это через Word я напечатаю. Нахер мне этот C1 никуда не упирался. Я что, его еще покупать буду лицензионный? Больше сколько процентов, все мы здесь видим. Все. Это... 20. Нет, это по поводу реферата, да, я напишу без проблем. Там смотри, тема какая, надо написать эссе. 10 страниц. 10 страниц с 14 шрифтом. 3 сантиметра слева, 1,5 справа. Представляешь, что остается? Во. Вот такое место. А так как у меня все нормально было с этими, с сочинением, там надо просто, знаешь, как бы не с интернета найти, а надо свою мысль изложить. Это они, я специально уточню. А что вы имеете под словом эссе? Я-то знаю, что эссе это произведение в 25 страниц, где надо, так сказать, передать свои мысли читателю, да, там это, раскрыть тему и все такое, такое. Но реферат и эссе это такое, как бы, ну, они сморозили глупость. Надо им эссе. На свободную тему причем, там, тему придумаешь из головы, да, и надо как про это рассказывать, да. А у меня это, знаешь, как называется? Я, знаешь, какую тему забабахаю? Ты держись крепче, сейчас... Сейчас этот, как говорится, прикол будет. Я назвал это, где у меня название? Угу. Основные догмы профессии кладовщик. Представляешь? Это аж вот так вот, короче. Основные догмы профессии кладовщик. Воя загнул, да? Начнем с этого. Поэтому они... Они хотели задачу мне усложнить. Я вот 10 страниц, это вообще мне ни о чем. Это вообще... Когда я в свои, это, так сказать, юные годы, в молодости, я стихи сам сочинял, вот сам, да, как бы надо было кого-то поздравить. Я не в интернете скачивал, а сочинял каждому дню рождения, а нас там 300 с лишним человек работало. А тут какое-то эссе вообще, вот, 10-20 страниц, сколько там надо? Ну, не сказали, ты давай это самое, без самодеятельности, там много не пиши, 10 достаточно будет. Меня еле отговорили. Ну ладно, 10 так 10. Это хорошо. Это отчет у нас по продажам в виде диаграммы. Можно изменить. Ну вот мне напрягает с C1, вот смотри. Это ладно, как бы... Всякие рефераты эссе.
Но вот у меня, короче, тут три варианта, да. Я, наверное, вот этот выберу. Смотри, какая тема. По-моему, это ничего трудного. Оформление технологической документации по контролю и расходу и хранению продуктов. Задание. Примите решение по результатам инвентаризации. И вот у нас что получается. По документам на складе предприятия ОП значится остаток на сумму 20 600 рублей. При проведении инвентаризации обнаружен остаток на сумму 18 100 рублей. Комиссия выявила порчу крупы от вредителей на сумму 500 рублей. По расчетам бухгалтера размер естественной убыли за отчетный период составит 2300 рублей. Задание. Принять решение по результатам инвентаризации определить ответственность кладовщика. Ну и просто, если просто вычесть, да, из 2300-500, то получается кладовщик или кто-то с его склада похитил продукции, там, крупы той же, да, как бы, манной, там, гречневой, пускай у нас гречневой крупы, похитил крупы на 1700 рублей. Ну, 1700 рублей это сколько? Ну, так, гречка у нас почем? Блин, это примерно у нас килограмм 20-30, наверное. Ну, около мешка, да? Около мешка гречки кто-то похитил. Что у нас получается? Значит, кладовщик в любом случае виноват. Куда эта гречка пропала? Это как бы другой вопрос. Должны уже как бы соответствующие органы принимать решение. Если это уже как бы значительный ущерб, ну, определяется, конечно, работодателем. В случае, если какой-то этот кладовщик очень ценный сотрудник, много лет работает, да, первый раз его можно просто, как лицо ответственное, наказать просто на 100% от премиальной части, да, не увольнять. Если у него что-то уже подобное было, то можно даже и неполное служебное несоответствие, да, записью в трудовую. Конечно, после этого у него будут проблемы в приеме на работу. Ну и, собственно, самый жесткий вариант, конечно, решает работодатель, он может уволить по статье. Ну, я думаю, ну, 1700, ну серьезно, ну, что, ну, за 1700 портить человеку жизнь. Просто на 100% наказать премиальной части. Ну, получит он не 60 тысяч, а 20, да? Двадцатку всего получит. Ну, как-нибудь на двадцатку проживет за месяц, ну, что... Ну, черные икры не купит. Что-то как-то попроще. 50 килограмм гречки. О, ну вот видишь, да? Так что, вот такой вариант. Я по вот этому варианту, короче, уточню. Ну, я же знаю, я как бы... Я работал такелажником и грузчиком и знаю, как это в реальности происходит. Поэтому я уточню лишь один момент. В учебную часть позвоню, скажу, можно, если я оформлю это в виде вордовского документа, так мне как бы гораздо удобнее изложить свою мысль, почему и как можно наказать кладовщика. 4 мешка картошки. Так, давай, вот такая, как говорится. Я вам прочитал, а вы можете там, не знаю, в комментариях или где писать. Я думаю, если тут 10 лайков наберется, то мы продолжим обучение и так далее, и так далее. И вторая часть выйдет. Тип диаграммы. Вот у нас будет уже диаграмма другого типа. Тоже диаграмма типа. Она. Только уже будет гистограмма. Гистограмма объемная. Гистограмма. Так. О, 3D подъехал. Тип нормально. Диаграммы выбираем. Изометрическая. Изометрическая будет иметь такой вид. Тоже можно высчитать суммы. Так, это значит у нас были все продажи. Угу. Далее отчет.
Короче, Склифосовский. По закупкам выбираем меню отчеты, закупки, анализ закупок и затем пункт закупки. И вот у нас, значит, отчет тоже период устанавливаем сформировать. И видно стоимость, НДС и количество закупленных. Хотя насчет 1700 рублей, да, мне приходилось иметь с правоохранительными органами. Мы когда у меня сперли тот же велосипед, мне полицейский спросил, во сколько ты оцениваешь велосипед? Он вначале спросил, за сколько ты покупал? Я говорю, в таком-то году я его покупал за такую-то сумму, да, допустим, 10 тысяч, да. Потом он говорит, во сколько ты его оцениваешь? Но он же не новый, значит, ты его за 10 тысяч не продашь. Я говорю, ну да, логично. Я говорю, во сколько ты его оцениваешь? Я говорю, 4700 рублей его оцениваю. Я говорю, он говорит, для тебя это, говорит, большая сумма? Я говорю, ну знаете, с учетом, что... Ну, у меня на тот момент около 30-ки было. Я такой, ну знаете, вообще-то, ну, как бы чисто теоретически... Таких БУ велосипедов я себе смогу купить, ну, штук там 6-7, да, как бы. Не очень, это небольшие потери. Но неприятно. Говорит, ну, так и запишем. Ну, и как бы так и не нашли ни хера. Поэтому из-за 1700 рублей, ну, как-то, ну, портит человеку жизнь. Хотя это Россия. Это смотря где 1700 рублей. Если это какая-нибудь контора типа Газпрома, там такие полупокеры работают, они за 1700 рублей тебе, блин, и пальцы отрубят, и в цемент закопают, их, блин, что только с тобой не сделают. Вот та, а они за каждый доллар готовы уничтожить просто человека. Что на Ютубе, что в реальной жизни. Единиц, вот 24 штуки. Ублюдки и подонки, и не... И нету там ничего, никаких положительных людей. Все, кто там работают, по умолчанию должны будут в ад попадать сразу, короче. И чтобы они горели вот на своем этом самом синем пламени. И так далее. Вот отчет по закупкам. Ведомость по товарам на складах. Она обязательно, значит, используется кладовщиком. В данном случае кладовщиком. Ведомость по товарам на складах. Отчеты, запасы, в скобочках склады. И выбираем ведомость. Так, как там сказал ведомость? Ведомость по товарам на складах. Ведомость по товарам. Я себе запишу, не знаю, что-то мне вот так. Ведомость по товарам на складах. Хотя уже 9 пунктов мне. 9 пунктов уже порядочно, чтобы 10 страниц. Там же как, надо свою мысль передать, да? Ну, я вот у меня есть как бы типа шпаргалки, да? Я по ним буду. То, что она сказала, буду превращать в свою мысль. Там, как бы. Как я это все вижу, да, как бы мое же мнение, как я это все вижу. То есть можно, короче, подключить фантазию, да, ну это же как бы им, как я это все вижу, да. А видение может быть разное. Это ж тут можно пофантазировать, допустим, к примеру, ну, я вот лично не видел Путина. Я вообще сомневаюсь, что он на самом деле есть. Что это вообще он? Это Путин, это, короче, в интернете придумали, на самом деле там кто-то там, ну не знаю, кто-то, какой-то левый человек сидит, как бы, вообще выдуманный, это просто компьютерная, это самая программа, голос там, ну, это просто при помощи программного обеспечения все сделано, и вообще его, как бы, что это чисто, как бы, этот такой фантастический персонаж. Вот я вот так это вижу. И могу вот так же на эту тему нафантазировать 10 страниц. Ведомости... Ой, блин, я в смысле сбылся. Потому что выбираем ведомость по товарам на складах. Так, ведомости по... Т...
Так. А вообще, в принципе, по этому обучению я так хочу сказать. Вот как нас дистанционно обучают, вот так я и учиться буду, да, как бы. Вот они нам скинули ссылку на Яндекс.Диск. Как хотите, так и делайте. Ну вот я вот как понял, так и решу. Вообще заморачиваться не буду. Что-то там накладные, херню какую-то там скачивать, что-то. Да нахер это надо. По накладным из интернета зашибись, и что сейчас? Ага, то есть гуглить должен, да, чтобы. А если я могу загуглить, так я давайте я все загуглю в интернете, все и скину. А что? Ну, если как бы накладные, примеры накладных они даже не удосужились какие-то в этих своих заданиях вот такую вордовский документ с чисто теоретическими накладными, да, как бы добавить. Найди, говорит, сам накладные и по ним там сделай. Ну нахер это мне всралось. Потому что кладовщик в любой момент должен знать, сколько товара находится, в какой позиции. Так и так мы. О, вы видите? Мобильный телефон Nokia C200, нихера себе. О, Nokia 8870, нихера себе. Мобильный телефон Ericsson K750, нихера. Прикольный, но я помню такой. У моего брата, по-моему, был. Nokia 6101, Nokia 1101. Капец, Samsung 2. Нихера там у них аппараты. Ну-ка, что там? Nokia 1101. Это вот такая вот балда же здоровая. Они не смотрят. Это однозначно. Они про этот канал не знают. А, ну если ты ну про этих синих придурков, мне вообще похеру, как бы. Пускай хоть все поперебанят. У меня много каналов, знаешь, один человек хотел забанить у меня канал, чтобы избавиться от материалов, которые его изобличают. И он там накидал страйков, у меня месяц бана было со всеми вытекающими. И что ты думаешь? Интернет, он очень большой. Я эти все материалы на внешний, о, этот жесткий диск скопировал к себе. Где он? Вот на вот этот внешний жесткий диск все скопировал и залил везде, ВКонтакте, в Одноклассниках, вообще во всех ресурсах, на которых можно видеоролики перемещать. Везде создал там от 2 до 5 аккаунтов, чтобы наверняка. На Ютубе по несколько штук. И он понял, что все бесполезно. И он просто, у него тупо даже его их миллионов ему не хватит, чтобы все везде поперебанить. И знаешь, как со Змей Горынычем бороться, да? Или, ой, нет, как с Медузой Горгоной. Это раз у нее хоп, хоп, ой, нет, со Змей Горынычем, наверное, все-таки. Видим приход, расход и Вот это приход. остаток. Вот взяли мы Наркоманская тема монитор, поехала. значит, у нас остаток 2 единицы и так далее. Вот мы видим остатки. Если нам нужно отпустить, то обязательно смотрим остатки. Никогда не включаем заявку. Классная фраза. Если она очень подходит для Газпрома. Если нам надо кого-то отпустить, мы отпустим. Вот эта вот фраза должна, короче, тут справа, короче, Миллер, и такой он вот эту фразу выдает. Если надо кого-то отпустить, мы отпустим. Товара, который отсутствует, потому что он здесь пойдет красным с минусом, это уже ошибка грубейшая. Если товара нет, то вы его не сможете отгрузить. Ха, я не согласен. Сразу видно.
Вот так только говорит тот, кто кладовщиком реально не работает. В реальности это как происходит? Если товара нету, то его можно отгрузить, да, несмотря на то, что его нету. Просто пишут в документах, типа этот товар отгрузили, да, и он куда-то там ушел. На самом деле его берут из какого-то другого места, из-за каких-то заначек, да, и он как бы, ну, потом его долгует, да, как бы, ты мне долгани там чего, вот этого, короче, я тебе потом, короче, отдам. И все, и как будто товар уехал, да, на самом деле, третий человек раз этот товар туда, как бы, потом добавил, отправил, все, товара нету, ну и пофигу. Главное, в документах его записали, что он, типа, как бы, есть, и отправили. Вообще пофигу. Все, капец, у тетки оперативка подвисла. Так. Логин. О, ля какая. Следующий вопрос у нас. Ля какая. Смотрите. Мне знаете, кого... Так, руки на стол. Так, аккуратно. А я помню, я с одной такой работал. Ксения Буторина. Правда, она не кладовщик была, а контролер АТК. Но, блин, ты... Вот, я вот смотрю, вот прям вот тоже блондинка была, тоже шикарная, там как бы все при ней, там третий, или нет, не третий, второй, по-моему. Ну, блин, вредная такая. А потом, короче, какого-то себе мужика нашла, и нет, не вредная. Даже мы, короче, ее депутатом Госдумы нашей местной избрали. О, вообще классная. Потом у нее, короче, все поперло. А также начинала просто как бы... начинала она вообще с токаря. А сейчас депутат нашей Краснодарской думы. Вот так вот как бы. Если ты блондинка, у тебя все пути открыты. Главное знать как бы... с кем это познакомиться. Ой, нет. Главное знать, что с кем и когда познакомиться. Вот как бы. Инвентаризация материальных ценностей. Инвентаризация материальных ценностей. Инвентаризация имущества на складе предприятия является обязательной процедурой, которую необходимо проводить как минимум один раз в год. В конечном результате все ценное имущество... Один раз в год с ней? Ну, блин, я бы как бы, ну, пару раз в день... С ней, я бы вот сделал бы с ней инвентаризацию. Имущество вносится в инвентаризационную опись, которая сравнивается с бухгалтерским учетом. Я бы сходил с ней на инвентаризацию. Это позволяет отследить хищение ТМЦ и правильно рассчитать налоги. Угу. С целью выявления фактического наличия ТМЦ, которое числится в бухгалтерском учете... Так, о! Я чуть не забыл, так, а я инвентаризацию, так, я ее писал, инвентаризацию-то, погоди. Контроль погрузки, загрузки, так, внутренние накладные, контроль, так, инструкции, сортировка того на складе, ответственность. А, во, инвентаризация, да, есть такое. В учете, в организации проводится инвентаризация. Проводиться она может по мере необходимости, по приказу руководителя, а также в обязательном порядке. Кто-нибудь верит, что вот эта вот девушка кладовщик, да? Ну, я думаю, она кладовщик, поскольку там, короче, кто... Кладовщиц... Я думаю, ситуация как развивалась? Кладовщица ушла в отпуск, ей сказали там, ну... Как такое... Ксюша, тут у нас кладовщик в отпуск ушел, а у тебя образование есть соответствующее. Надо, чтобы ты ее заменила. Больше некому, остальным мы не доверяем. Ну и все, эту Ксюшу отправили, и она вот пошла как бы. Не хотела, а пошла, потому что директор сказал. Сказал, если не пойдешь, то, ну, это, подарков не жди от меня. В следующих случаях. Ну и пошла она. Опять-таки, пункт 22 приказа 119Н. Основной наш приказ 119Н. Итак, она проводится, инвентаризация, при смене материально ответственного лица. Угу.
при выявлении случаев порчи и хищения ТМЦ в четвертом квартале перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. В случае чрезвычайных ситуаций, пожар, наводнение и другое. И при ликвидации фирмы. Ага. А есть еще один вариант, когда проходит инвентаризация. Это когда на носу комплексная проверка предприятия. Тогда все, инвентаризация, вся вот эта херня сразу начинается. Все. На комбинате обычно это к концу года, да, там комплексные проверки начинаются у нас на комбинате. И все, инвентаризация, все начинается, короче, полосочки красить там, если это летом, то могут даже чуть ли не траву заставить красить, инвентаризации, все вот эти процессы начинаются сразу. Что-то не дай бог, потому что всех проверяют. Периодичность проведения инвентаризации также должна быть отражена в учетной политике. В учетной политике предприятия. Ну, приказ об учетной политике ежегодно составляется в декабре на будущий год. Значит, составляется в целях бухгалтерского и налогового учета. И там обязательно отражается количество и сроки проведения инвентаризации. Так, процедура проведения инвентаризации регламентирована методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, которые утверждены приказом Минфина от 13.06 еще 1995 года, номер 49. Теперь инструкция номер КЛ, кладовщик, 124И. 124И. У нас была 125, а теперь 124И. Инвентаризация называется. Общие положения в инструкции указаны. Инвентаризация – это система периодического учета запасов, которая проводится путем подсчета, описания, взвешивания взаимной сверки, оценки выявленных товаров, материалов или готовой продукции. Понятно. Второе. Требование к выполнению. Кладовщик обязан присутствовать при проведении инвентаризации его рабочей зоны. Обязательно он обязан присутствовать. Третий пункт. Порядок выполнения. Он предусматривает такие вопросы. Кладовщик ведет подсчет, описание, взвешивание, сверку, оценку, выявление товаров совместно с ревизором. После завершения инвентаризации кладовщик обязан оформить соответствующие документы о результатах проведенной инвентаризации. Все возникающие вопросы кладовщик обязан решать с вышестоящим руководством. Четвертый раздел «Ответственность». В случае нарушения положений настоящей инструкции работник привлекается к административной ответственности. Итак, прежде всего, на предприятии издается приказ о проведении инвентаризации. Приказ о проведении инвентаризации. Херово видно, с указанием ну, лиц, членов комиссии. Не менее, вот они, члены комиссии, не менее 3 человек. И визируется руководителем. Форма приказа инв, инвентаризация инв-22. Ну, здесь немножко плохо видно. Очень такая плохо. Комиссия имеет право проводить инвентаризацию только в полном составе и с обязательным присутствием материально ответственного лица. Да тут все материально перед проведением лица. Проверки материально ответственное лицо пишет расписку в произвольной форме о том, что все ТМЦ учтены, а документы переданы в бухгалтерию. Угу. Обязательно. И присутствует от начала до конца инвентаризации. Если выходит материально ответственное лицо, инвентаризация прекращается, склад опечатывается, а когда возвращается, продолжается, понятно. Проверяющие сверяют фактическое наличие материалов со списком, который именуется инвентаризационной описью, форма INV-3, инвентаризация 3. Такой документ содержит графу с данными по количеству материалов, учтенных
бухучете и пустую графу, в которой проверяющие смогут отразить фактическое наличие ТНЦ. После полного пересчета ценностей комиссия подписывает данную ведомость. Верните лучше обратите про внимание, материально ответственное лицо на последней странице делает запись, что проверка проведена в его присутствии и что претензий к комиссии не имеется. Где это написано? Тут не написано. Если это. Если в результате были выявлены расхождения между учетным и фактическим, количеством, составляется документ, который называется «Сличительная ведомость», в которой фиксируются все подобные расхождения. Это форма ИНВ-18, инвентаризация-18. В случае выявления излишка его необходимо принять к учету. Он считается доходом предприятия и фиксируется по кредиту счета 91-го. 91 субсчет 1 – это прочие доходы. А в дальнейшем идет на прибыль, закрывается. В случае выявления пересортицы ТМЦ результат может быть взаимно зачтен. Такой зачет возможен только у одного материально ответственного лица и за один проверяемый период. И только по аналогичным видам продукции в одинаковых количествах. Угу. Пункт 32 приказа номер 119-Н. В случае выявления недостачи, прежде всего необходимо выяснить, не было ли естественной убыли, например, по моей теме. Недостача в пределах лимита считается расходами предприятия и списывается в дебет счета 44-го, а сверхлимит относится на материально ответственное лицо. Угу. То есть составляется, бухгалтером составляются проводки. Ну, первое, выявлена недостача материалов, например. Это будет дебет счета 94-го, недостача и потери ценностей. Повнимательнее. А кредит 10-го, материалы. Затем недостача в пределах норм естественной убыли списывается на счет 44-й. Это дебет 44-го счета. Нет, не наш вариант. На продажу, а кредит 94-го недостачи. А сверх норм естественной убыли недостачу относят на материально ответственное лицо. Ну, здесь уже будет дебет счета 73, субсчет 2, расчеты по возмещению материального ущерба, а кредит 94-го. Так, 53-18, я сейчас тут все напишу. 53. Это себе шпаргалка. Так, ну а если виновный не установлены или судом отказано, мы подаем на материально ответственное лицо, суд нам отказал. Только в этом случае можно списывать недостачу на прочие расходы. То есть дебет счета 91, субсчет 2, прочие расходы, а кредит 94-го. Излишки. Как это? Виновные не найдены. По умолчанию всегда кладовщик виноват. Это его он и склад, он за это отвечает. А, не найдены виновные, пофигу. Тогда и никто и не виноват. Ну, я бы тут с тобой, тетка, поспорил. Те же приходятся, как мы сказали, уже на финансовый результат. Это пойдет дебет счета 10-го, материалов стало больше, а кредит 91-1, прочие доходы. Но если кто и не понял из кладовщиков, то это все равно проводками занимается бухгалтер. Так что не переживайте, если что-то непонятно. Да и пофигу, не понял, да так, и... Так, можно обратиться к бухгалтеру. Это, говорит, если, говорит, вы за этот час ни хера не поняли, то и просто забейте. Там, короче, бухгалтерии, к знакомым бухгалтерам обратитесь, они все знают, а вообще пофигу. Отлично. Вот такой итог почти за час просмотра. Если не поняли, да похеру, там, к знакомому бухгалтеру обратитесь, да, и там вам расскажут. Ну, уточнить. Классно. Рассмотрим алгоритм действий при проведении инвентаризации.
То есть как бы подведем итоги. Первый Отлично. Этап, как мы уже сказали, это подготовка к инвентаризации и сбор комиссии. Так. Действие. Директор издает приказ и создает комиссию с обязательным... Так, угу. Примите решение, так. Ну, у меня что тут? Инвентаризация была, да? Так, проведение инвентаризации, обнаружил остаток. Угу. Ну, сейчас тут она подробно расскажет, и я посмотрю по своему примеру. Если что-то там еще она что-то скажет интересное, я сюда к себе подпишу. И обязательно включает в нее материально ответственное лицо. Документ, форма, инвентаризация 22. Это приказ о проведении инвентаризации. Вот он у нас на экране в данный момент. Второй этап – проведение инвентаризации и фиксирование ее результатов. Действие. Распечатывается инвентаризационная опись. Члены комиссии пересчитывают остатки товара, заносят данные в графу «Фактическое наличие». По окончании подписывается всеми членами комиссии. Это документ «Инвентаризация 3». Называется инвентаризационная опись. Угу. Третий этап. Сверка фактического результата с данными бухгалтерского учета. Угу. Действие. Формируется сличительная ведомость. Заполняются акты и другие документы, 18 которые разъясняют расхождение между фактическими и учетными данными. 2300. И как результат документ инвентаризация 19. Это сличительная ведомость результатов инвентаризации. 20600 против 18100. 2300. Четвертый этап подведения итогов инвентаризации и отражения их в учете. 500 рублей. Принимается решение о взыскании ущерба с виновных лиц. Ага. Руководитель издает приказ. Угу. Который служит основанием, чтобы внести соответствующие записи в регистры бухгалтерского учета. Угу. И одновременно составляется ведомость учета результатов инвентаризации. Это инвентаризация 26. Ведомость учета результатов выявленных инвентаризацией. Вот мы разобрали алгоритм действий при проведении инвентаризации. При проведении инвентаризации. Все, так, понятно. Дальше понятно. Мы с вами рассмотрим акт о браке и недостаче. Акт о браке и недостаче. Брак. Давай. Вот нам подходит, наверное, акт тоже. О браке и недостаче. Акт. Половой акт. С недостачей. Итак, о браке. Оформление акта о браке товара Сейчас брак оформит. Производится в тех случаях, когда от поставщика пришла непригодная к использованию продукция. Испортилось. Это случается не так уж редко, поэтому применение данного документа имеет довольно широкое распространение. О браке. Вот я, у нас бывало с тортами такое, когда это о браке. Они раз, они сказали, а что у вас там это, цветочки вот эти помяли, что, кто у нас этот будет? А мы ехали, машину, херак, тряхнуло, блин, цветочки помялись, и что, а те уже не принимают. Ну, давайте акт о браке составлять, вот этот вот, капец. И все, и составляем, они отправляют акт составляется обратно. После приемки товара. Это может происходить непосредственно в день передачи товара материальных ценностей. Ну, да. И не принимают, суки, торты наши. От поставщика к потребителю. Mm-hmm. Или же в процессе дальнейшего использования. Не, сразу. То есть по факту обнаружения бракованности изделия. Зачем нужны бракованные торты? Нужен для того, что на основании данного акта получатель товара может выставить письменную претензию к производителю, а также... И выставляли нам эти письменные претензии, потом из... Итоговых, короче, накладных вот эта сумма вычиталась, и они эти суммы не платили. Плюс с этими
актами о браке, ты когда обратно ехал, если тебе вдруг ДПСники тормозят, что у тебя за торты? Я говорю, торты везу. Я говорю, да почему ты их везешь? Ты же должен был их туда отвезти. Я говорю, вот, видите, вам акт о браке. Отдали, потому что бракованные торты. А помню, вот такой случай был один раз, говорит, я говорю, вот, отдали обратно. Бракованные? Я говорю, да, бракованные. Так отдай нам, мы съедим. Я говорю, ага, конечно. Я говорю, губу закатай, съедим. Мы сами их съедим, бракованные торты. Чтобы взыскать средства с виновника брака. Кроме того, документ позволяет реализовать две бухгалтерские операции. Кстати, насчет виновников брака. Я один раз был виновником брака, когда, короче, этот, то ли соусы, то ли кетчупы, что там, короче, в стекле мы таскали. Одна бутылочка выпала, короче, и все, и капец, и я стал виновником брака. У меня потом вышли на 150 рублей эту баночку. И вот эти вот, опять-таки, бумаги составлялись, вот эти вот акты всякие. Продавцу принять бракованный товар обратно и списать его, а покупателю принять доставленный товар к учету в меньшем объеме. Угу. Если брак выявлен в процессе эксплуатации, то на основе этого документа он также может быть списан в процессе погрузки выявился брак потребителя. Для того, чтобы оформить акт по всем правилам, на предприятии должна быть создана специальная комиссия в составе не менее 2 человек, цель которой – акт. Но это группа уха, 2 человека. Наличие дефекта в товаре. Для ее назначения руководитель организации выпускает отдельный приказ. В состав комиссии должны входить сотрудники различных подразделений, обладающие достаточным уровнем знаний и квалификации для того, чтобы подтвердить брак в товаре, а также обязательно материально ответственное лицо. Кладовщик, при необходимости к участию в оценке товара и фиксации брака может быть приглашен и сторонний эксперт. При этом желательно выделить в комиссии председателя и рядовых членов. Извиняюсь. Так, председателя, значит, так и рядовых членов. Рядовых членов привлекать надо. Ну, в браке-то как там без членов? Правила составления акта о браке товара. Обязательного к применению стандарта унифицированного образца акта о браке товара не существует. Да ладно? Организации предприятия могут выбрать один из 2 путей. Либо каждый раз писать акт в свободной форме не совсем удобно при большом количестве поступающего товара, либо разработать соответственный шаблон документа, но в этом случае он должен быть утвержден в учетной политике предприятия, то есть опять же в этом указе об учетной политике. Писульки это все. Вне зависимости от того, какой способ будет выбран, акт обязательно должен включать все следующие сведения. Информацию о предприятии, составе комиссии, участвующей в фиксации брака, данные о самом товаре, количество стоимости. Насколько я помню, когда я в мини-пекарне работал, там была такая бумага, да, формата А4, тут было написано из 3 букв «Акт». И там внизу о списании продукции, чего-то там, короче, и так далее, и тому подобное. Я не знаю, точнее уже давненько было, это в 2006 году было, я уже точнее не помню, как это, было ли это, этот акт о браке у нас унифицированным и как-то оформленным, или он просто у нас каждый раз от балды заполнялся, но по-моему он был унифицированным. Стоимость. Их оформить лучше в виде таблицы, а также дата составления. Главное условие – акт должен содержать живые подписи всех членов комиссии, а ну, также утвержден автографом руководителя предприятия. Автограф. То есть завизирован руководителем предприятия. А подписи – обязательно живые подписи. Ну, живые имеются в кавычках, чтобы именно члены комиссии поставили свою. Живые. А может быть, с мертвых подписи буду собирать, нет? Живые подписи. Подпись на бумажном носителе.
Живые, они двигаться будут, эти подписи, когда это их, когда их это самое. Анимация, что ли? Живые подписи. Ставить печать на акте не обязательно, так как да, с 2016 да, ну-ка года нахер. Юридические лица освобождены от необходимости визировать свои бумаги при помощи печати и штампа. Ну ладно. Составляется акт о браке у нас, в нескольких экземплярах. У нас была печать. Один из которых передается с прочими сопроводительными документами в бухгалтерию, а остальные служат приложением к письму претензии, направляемому в адрес виновника поставки бракованных товаров материальных ценностей. После того, как документ будет принят к учету и зарегистрирован должным образом, его следует передать на хранение в архив предприятия, где он должен содержаться не менее 3 лет. Ну, образец составления акта о браке может выглядеть следующим образом. Вот акт о браке товара. Дата утверждения, директор утверждает, дата составления, члены комиссии, председатель, члены комиссии. Ну, далее все о товаре. Смотрим. Порядок заполнения документа. В начале вверху документа справа следует оставить несколько строк для утверждения руководителем компании. То есть здесь указывается его должность, фамилия, имя, отчество, полное название фирмы. Затем посередине пишется наименование документа, акт о браке вот товара, наименование документа, его номер по внутреннему документообороту и дата, номер, дата составления. Хоть тут нормально видно. После того, как в акт вносится состав комиссии, которая признала товар бракованным и подлежащим списанию, указываются должности, фамилии председателя комиссии, членов, мы уже говорили. Сюда же следует включить сведения о приказе, который стал основанием для создания комиссии. Номер и дату. Ну, далее идет таблица, которая содержит полную информацию о бракованном товаре. Наименование, количество, стоимость, дата поступления и причина списания. Причина списания видим. Давай. Перечисляются далее лица, которые считаются виновными в браке, а также указывается сумма материального ущерба. А где тут написано? Состанию. Следует отметить, что взыскивать урон сотрудника организации, осуществляющего приемку негодного товара, не обязательно. Можно наказать сотрудника другим способом. Например, сделать ему замечание или выговор за некачество выполнения. Может, говорит, ему сделать замечание. Да-да-да, мы знаем про это. Когда я, допустим, этот кетчуп-то уронил, говорит, что мне заведующий сказал? Ай-яй-яй, как нехорошо. Ну все, я тебя в угол поставлю. Это нельзя же так было ронять-то. Ну все, в угол тебя потом, это, после работы тебя поставлю. И взял, разбил, все, короче, в угол, на горох, так, да? Можно, говорит, это... Просто так, на словах, да, ага, конечно, в России, конечно, у нас кто-то там на словах наказывает. Все, это уже сразу минус, это сумма зарплаты, как минимум. Вы это самое, ты горбатого тетка, ты не лепи, ты сразу видно, что ты в производстве не крутилась, на пятой точке сидишь своими техниками, реальной жизни-то не чувствовала, не, это... 50 лет там 40 торчишь, да, в этом не крутишься, не понимаешь, а еще хочешь чему-то меня научить. Спасибо. Качественное выполнение. Я это побольше знаю, чем ты. Обязанностей. Я-то далее знаю, как следует отметить, на какую сумму товар был списан. Цифрами и прописью. Стоять! Где тут прописью?
7800 рублей. Где тут? Так, искать. Так. А тут прописи не написано. Косяк. Чё? Вот 7000. 7800. А, во, вижу. Ну ладно, отбой. Прощена. А также удостоверить документ подписями всех членов комиссии. А где тут подписи? Комиссии. Тут подписи нет. Так, теперь акт о недостаче товара. Акт о недостаче товара. Давай. Следующий. Так. Покажи мне его, акт. В процессе приемки товара может быть обнаружена их недостача. Она может быть вызвана как ошибкой поставщика, например, недовложение, или пропажей товара в процессе транспортировки. Мыши унесли, да? В процессе транспортировки товар куда-то идёт, куда? А, есть один вариант. Кстати, хотите, я историю расскажу, как у нас в процессе транспортировки товар потерялся. У нас плохо, короче, кузов у машины закрыли, и товар в процессе транспортировки выпал. Ну ничего страшного, мы его подобрали, как бы, ну не сказали никому, что, ну и да и пофигу, что с этими булками станет. Ну, не поваляешь, не поешь, все, все нормально, что-то. А что такое? Да это там этот, да ничего, пофигу, так сожрут. А один раз, короче, я стоял, загружался, все, загрузился уже, короче. Мы стали отъезжать. Заведующая говорит: Андрей, ты там, короче, туда-сюда торты какие-то забыл. Мы в карман так встали, да? Вот дорога, да, тут карман такой вот, короче. Встали, и я побежал этот принимать. Естественно, одна створка машины была закрыта, другая нет. Я побежал, да, как бы поставил, да. Полез в кузов машины, поставил. И в этот момент вторая створка такая... И в этот момент проезжала десятка с армянами. И, короче, этой створкой чиркнула машину армян. Вы не представляете, сколько там шуму было. По иронии судьбы, мужчина из нашей грузовой машины, водила наш, он тоже был темной наружности, то ли армянин, то ли грузин, что-то вот такое, короче, как бы темненький. И они там между собой сразу язык нашли. Он говорит, ты чё, говорит, типа, слышь, дорогой, чё, ты знаешь, попал на бабки на водилу. Говорит, ну понимаешь, дорогой, я водитель всего лишь туда-сюда трёшь мне что. Да ты мне-то что? Я чё, не видишь, какого типа я цвета кожи? Я вообще тут не при делах, я сижу в машине, я... Вон, этот, грузчик во всё виноват. И эти такие, слышь ты, грузчик, ну все, ты попал. У меня такая дорогая красная краска там. Я ее, блин, столько бабла потратил на это. Вот ты за эту царапку, ты будешь мне пол своей зарплаты отдавать. Я говорю, схерали, говорю, я грузчик. Я не лицо материально, как бы, ответственное. Претензии, давайте, говорю. Встретимся в ДПС. И он вместо того, чтобы позвонить, как знаете же, как это, надо же позвонить было, да? Он вместо того, чтобы позвонить, с места уехал, да, как бы. Я прихожу к начальнику ДПС. Ой, надо, ой, не так рассказать. Я прихожу к своему знакомому начальнику ДПС и рассказываю ситуацию. Он звонит, он говорит, а какие были номера у машины? Ну, я диктую номера нашей машины и вот той десятки. Он по номерам через компьютер смотрит, да, как бы всех, всем звонит, они приходят. Самые грустные выходили оттуда армяне, которые на десятке. Он всяко думал, что дело закончится, но он думал, что он даже не подразумевал, что дело так может... закончится. Ему, короче, он был оштрафован за то, что он оставил место ДТП. Ну, где-то в районе на 5000 рублей, да, так скажем. Ну, 5, что такое 5000 рублей для 2007 года? Ну, вот, переводите, да. Наш водила был оштрафован за то, что он
не следил за кузовом в процессе погрузки и загрузки. На аналогичную сумму. Плюс ему нельзя было вводить машину в течение какого-то срока, да, то есть его лишили прав на какое-то время, да, потому что его посчитали главным виновным в случившемся ДТП, не меня, а его, то, что не следил, и ему пришлось из водителей уволиться, так что какой он водитель без прав? Ну и когда выходили армяне, которые на десятке, он говорит: слушай, дорогой, он что, твой родственник? Я говорю: нет, ты просто как бы человек хороший, ага. Я говорю: он мне не родственник. Ну ты бы как бы, ты бы сказал, что там это самое, твои родственники в ДПС есть, мы бы как-то там с тобой туда-сюда договорились бы, там, может быть, мы тебе денег типа там заплатили бы, чтобы проблем не было. Ну и все, и как-то разошлось. Но это еще не конец истории, потому что после этого, что у нас, город-то маленький, 1017, да, 18 всего сейчас, тогда, может, чуть больше было. Вот этот водила, он меня до конца, этот наш, которого посчитали виновным, он больше всего это обиделся на меня, и при каждой удобной возможности он, так сказать, так и норовил мне физическое внушение сделать за это. Я говорю: а что ты обижаешься? Сам виноват. Ты что, вы что, так наивно полагали, что я такой лапки поджал и вам денег всем буду носить, да? Нашли лоха, да. Развести меня на бабки хотели, ага. Так, короче, после этой истории со мной, короче, лишний раз стараются не связываться. То есть, если на улице у меня никогда не просят закурить, тем более денег, да, и так далее. Меня на улице, но полицейский меня всегда на улице останавливает, на всякий случай, потому что я очень подозрительно выгляжу. В метро я вообще в больших городах стараюсь не ехать, а вот с такой бородой меня каждый раз там тормозят. Ну да ладно, давайте еще посмотрим. В любом случае, оприходовать покупатель должен фактическое поступившее количество... Покупатели должны оприходовать. ...количество товаров, а на недостающее количество составить акт. Этот акт в дальнейшем будет являться основанием для урегулирования возможных претензий с поставщиком и транспортной компанией. Так, напоминаю, если тут 10 лайков будет, и собственно, то это... Я не знаю, стоит или нет перезаливать на основной канал вот это дело. Ну, будем ориентироваться как бы туда, а потом если... Короче, 10 лайков будет, то мы и вторую часть запилим. Я думаю, я тут больше 2 частей, это и не получится. Транспортной компанией. Да хотя можно. И вот нам предлагают. Тут же ничего монтировать не надо, поэтому можно перезалить. Так-то. Так, что у нас там? Акт номер 123 от 22 декабря. Так, наименование товара. Так. Спецобувь. Короче, ботинки женские. 38 размер. Цена 2000. Чего? Как это? Это обувь? Женская, рабочая. И она 2000 стоит. Ну, не знаю. Количество. Это... Так, количество... Ну, что-то не знаю, по-моему. Ну, хотя в 16-м году там... Ой, какой? 18-й год? Да не, по-моему, дешево. Ну, что-то... Женская, по-моему, даже дороже, чем мужская. Что-то я... Я с цифрой не согласен. Кого 2000? Серьезно, это что, на БУ, что ли? С работы. Стрим с работы? С какой работы? Как я кладовщиком работаю? А с чего ты взял, что мне кладовщиком это будет? Стрим с работы, это знаешь, в каком случае будет? Для этого нужен современный телефон, типа там айфона какого-нибудь. Это. Ну, только тогда.
Или такая работа, где можно проносить свою аппаратуру, а учитывая, где я буду работать, там такое не проканает. Телефон нужен, понимаешь, намек какой? Надо как-то скинуться, там, не знаю, или спонсорские подписки на основном канале оформить, ну как-то. А так-то какие стримы с работы? Да и в любом случае, сейчас там страйк висит, я на основной канал в любом случае не смогу никакие стримы проводить. Так что, если что-то когда-то будет, вот про то, что ты сказал, оно будет уже только в любом случае летом. Касается акт о недостаче товаров. Единой тоже обязательной к применению формы акта о выявленной недостаче нет. Поэтому организация может разработать такой акт самостоятельно, взяв за основу, к примеру, форму номер ТОРГ-2, торговля 2. Называется акт об установлении расхождений по количеству и качеству при приемке ТМЦ. Все, капец. Тетка подвисла. Оперативки ей не хватает. Лоудинг. Согласна. Я тоже согласна. Федеральному закону согласен. О бухгалтерском учете согласен. От 6.12.2011 года номер 402 ФЗ. Раньше был 129 закон о бухучете, сейчас 402 ФЗ. В акте должны быть... Ты уже про зарплату говоришь. Или ты думаешь, что я сейчас пройду это обучение, меня сразу туда устроят? Ха-ха! Ты сказал, это же центр занятости. Это, знаешь, то, что они обучают, это вообще не является гарантией чего-то. Там, а у них принцип какой? Обучили, а дальше твои проблемы. Должны быть указаны, не, следующие, должны быть обязательно. Не, ну я бы поработал, кстати, кладовщиком. Я работал вместе с кладовщиками, я поэтому, блин, ну так, что-то поработал, конечно бы. Чисто для, как говорится, саморазвития. На следующие пункты. Наименование документа, дата составления документа, наименование экономического субъекта. Мне, конечно, напрягает вот это вот С1, всякая вот эта вот параша. Ну, а там остальное, как говорится, дело техники. Я думаю, вот она как рассказывает, она так сложно рассказывает. Я думаю, на практике, когда приходишь, там опытный кладовщик, который там уже поработал, тебе говорит, вот, Андрей, заходишь сюда в С1, там это все оформляешь, вот это. И там, как говорится, на практике это значительно все проще, да, тебе показывают, туда-сюда трешь-мешь и так далее, там все заполняешь. Я вот... фрезеровщиком тоже не был. Что такое современный фрезеровочный станок? Там, короче, программное обеспечение на нем. Я тоже ни хера не фрезеровщиком не был. Но опытный этот фрезеровщик, он мне объяснил, куда что жать, какие процессы, какую деталь, чем что делать. Все он мне показал, и все, говорит, вот тебе деталь, на, работай. Все. И мы, учитывая, что мы работали со второй смены, вот тебе деталь, вот. Знаешь, он мне раз показал, два показал, к среде я уже делал все сам, он говорит, ну, Андрей, знаешь, что делать? Да, говорю, вот тебе, вот по этому чертежу все делают, пришел, дал чертеж, все, его нету, он ушел, короче, куда-то в курилку, сидит такой там в телефоне, залипает, все, его всю смену не было, он перед обедом такой пошел, ну, что, как тебе? Я говорю, ну, вот эту поверхность я уже прошел, после обеда перевернул, вот это сделать. Он говорит, так, ты там самый, сильно не торопись, мы как бы успеваем. Я говорю, ну, все, ладно, я поменьше оборота сделаю. Все, и дальше делаю. Он перед тем, как, короче, это, приборку делать, пришел такой, ну, все нормально, успеваешь, да, молодец. Все. И все, он потом, короче, под конец чуть-чуть ускорил весь процесс, побольше оборотов, раз, хоп, прошли, сделали, и все, приборку сделали, и все нормально. Хотя я как бы фрезеровщиком не был. И тут с кладовщиком тоже. Вот эти С1 и так далее, также, наверное, легко тоже делается. Эти писульки оформляются. Не, ну почему работать не буду? Смотри, это профессия, понимаешь? В наше время, в российское, чем больше профессий, тем лучше. Ты уже не просто... какой-то работник одной сферы, это ты уже унифицированный специалист. А то, что
А про центр занятости я тебе рассказываю, как у них делается. Я согласен, я тоже этого не понимаю, что это самое. Но вот так у них это все работает. Их там 3 этажа, вот этих в центре занятости, вот и нахер они там всрались, в 3 этажа на хлебников. Всех нахер разогнать, 2 человека оставить. Или как вот этот, короче, единый центр, как вот этот, ну, который через... как эта контора-то называется? Где оказывают помощь, короче, этот самый... портал-то этот самый, как он называется? Ой, как он... Как же этот портал-то называется? Госуслуги! О, вот это вот. В госуслуги еще 2 людей добавить, которые как бы по занятости были. И все, этих разогнать, все центры занятости в нахер они... Это 3 этажа специалистов, плюс технички, какие-нибудь там сторожа, охранники, директор, замдиректор, замдиректор, замдиректора, там это... И так далее, и тому подобное. Вот этого ни нахер не нужны. А обычные россияне им зарплату оплачивают. А, по идее, ну вот нахера они нужны, когда я вот так вот сам, как самостоятельно, получается, я обучаюсь. Они-то для чего нужны? Чтобы потом себе галочку вот так вот поставить, сказать, вот, ну все, мы это самое, мы его обучили, типа. Все, и им заплатят, как будто они непосредственно принимали участие. А дистанционная, ой, как это, дистанционные отметки были. Они мне отправляли на электронку это тестирование, там по 80 с лишним вопросов я вот это все отвечал. Я думал, потом они при дальнейших отметках, они будут учитывать мои ответы для подбору, как говорится, моих этих самых, как говорится, умений и способностей. Ну нет, вообще пофигу. Они смотрят в трудовую, а вот это у вас как бы и все. И вообще никуда не учитывается. Галочки себе ставят, чтобы им к зарплате плюс был то, что они вот типа работают дистанционно. Так что вот так вот это все происходит. Такая вот правда жизни. Все для галочки делается. А пофигу, ты... знаешь, мне такое ощущение, что в центре занятости платят работу как бы за безработных. Чем больше безработных, тем больше в центре занятости зарплата, да, как бы, ну, по количеству. То есть, если у них столько-то безработных в городе, да, то есть, чисто теоретически центр занятости с каждым работает, значит, как бы, вот так у них работает. Им вообще это, наверное, не очень выгодно, да, чтобы, это, как говорится, кто-то устраивался куда-то. Это все капец. Факта, составившего документ, содержание факта хозяйственной жизни, величина натурального и денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения. Если в предыдущем 129 ФЗ законе была хозяйственная операция, теперь в 402 законе об учете факт хозяйственной жизни. Такая терминология. Так. Ну и, значит, в конце, когда все будет отражено, значит, подписи лиц с указанием фамилий обязательно и обязательно инициалов. Чтобы подготовить акт о недостаче товаров, необходимо приложить документы, подтверждающие затраты. Это могут быть чеки на приобретение товаров, договора поставки. Законодательно разрешено использовать типовой бланк «Инвентаризация 3», а можно заполнить форму, разработанную организацией. Но при этом в ней должны отражаться обязательные пункты, которые мы перечислили перед этим. До этого перечислили. Так, хорошо. Давай далее. Значит, акт мы с вами... Нет, какой-то видим на экране. 10-й пункт надо мне еще. Форму применяемого организации акта о выявленной недостаче товаров необходимо тоже закрепить в приказе учетная политика организации для целей бухгалтерского учета. Угу. Для целей бухгалтерского учета. Вопрос следующий. Товара сопроводительные документы и их оформление. Товары сопроводительные документы и их оформление. При организации грузоперевозок как в пределах страны, так и за границу обязательным является оформление ряда различных документов. Те из них, которые транспортируются вместе с грузом,
вместе с грузом представляет собой разностороннюю информацию о характере, количественном и качественном составе перевозимого груза, а его отправители и получатели обобщенно называются товаросопроводительными документами. Во, так давай это зафиксирую, пусть это у меня 10-й пункт будет. Товаросопроводительные документы. А потом я там посмотрю, какие пункты, по каким пунктам я что больше знаю, про то и распишу. Эти документы подразделяются на следующие виды. Транспортные документы, финансовые документы и разрешительные документы. Итак, транспортные документы. Это транспортная накладная, основной товаросопроводительный документ, форма и содержание которого зависит от вида транспорта. Так, транспортные накладные. Ну, я имел дело с таким. О, ладно, мне понятно будет вроде. Специальные формы предусмотрены для железнодорожных, морских и авиационных перевозок. Но чаще всего товар перевозится каким транспортом у нас? Автомобильным. И поэтому транспортная накладная оформляется на бланке по приложению номер 4 к правилам перевозок автомобильным транспортом. Итак, существует правило, приложение к ним номер 4, и там образец транспортной накладной. Эту накладную оформляют в минимальном количестве 3 экземпляра. Оформляет отправитель груза. Ему остается первый из экземпляров, второй доставляется получателю груза, а третий – перевозчику. При необходимости количество экземпляров может быть увеличено. Прикольно. Подписывают эту накладную отправитель груза и перевозчик, заверяя своими печатями. При отгрузке в ней проставляется отметка о приемке груза перевозчиком за подписью принявшего груз водителя. Это были транспортные документы. Финансовые документы, товаросопроводительные. К финансовым документам относят счет, фактуру, инвойсы, это коммерческие счета за товары, которые поставляются. Оформление товаро-транспортных документов финансового характера осуществляет предприятие-продавец или отправитель груза. Они могут выполнять также роль накладной на товары при составлении на определенной формы бланков. Теперь разрешительные документы. Разрешительные документы. А, так, финансовые. Так, Б. Финансовые. Что-то я про это сам провтыкал. Финансовые. Финансовые. Так. Ну, финансовые понятно, да? А вот разрешительные, мне интересно, потому что как бы, что это разрешительный документ, это то, что я думаю или нет? Финансовые понятно, я там что-нибудь там. Разрешительный документ. Хотя вот целую страницу я накатаю, не накатаю. А может быть, я буду по какому принципу? Вот у меня тут, как говорится, я себе набросал пунктов, да? И чтобы... И своими словами, как я это вижу это, буду это писать.
Если что-то лишнее будет, я это самое, как говорится, какие-то пункты уберу. Это ж Word там все редактируется. Так, разрешительные. Надо ж своим языком. Документы. Разрешительные виды товаросопроводительных документов выдаются на все виды товара. Выдаются не на все виды товара, а на установленные законодательством группы. Это ветеринарное свидетельство ветеринарной службы, если необходимо перевозить через границу птиц или животных. Санитарное свидетельство должно сопровождать транспортировку продуктов питания, морепродуктов, выдает орган санитарного надзора. Фитосанитарное свидетельство выдает инспекция. Так, короче, разрешительное – это продукты питания, да, так, и животные. О, вот так вот, может, как бы это, чтобы я понял, что это за документы. По карантину растений при перевозке растений и плодов. Карантинное свидетельство выдают органы по карантину. Все товаросопроводительные документы на всем протяжении перевозки сопровождают груз. Ответственность за их оформление лежит на отправителе, а подготовкой их часто занимается транспортно-логистическая компания, выполняющая перевозку. Следующий вопрос. Проверка обеспечения сохранности. Ну, короче, я тоже куда-нибудь это себе добавлю, да, разрешительные документы. Я тут написал, что такое разрешительные. Это, короче, их надо получать на продукты питания животных и растений, допустим, из области в область. Раз. Эти ДПСники тормознули, раз, тебя запросили, ты раз, все показал и так далее. Все там разрешительные документы. В процессе написания реферата пригодится. Ценности, материальных ценностей и состояния складского хозяйства. Угу. В процессе проведения данной проверки необходимо установить следующее. Пригодны ли складские помещения для хранения материальных ценностей? Оборудованы ли они стеллажами и другими приспособлениями? Не допускается ли порча материалов из-за ветхости складских помещений? Давай-ка заново. Ветеринарное свидетельство, ветеринарная служба, если необходимо перевозить через границу птиц или животных. Санитарное свидетельство должно сопровождать транспортировку продуктов питания, морепродуктов, выдает орган санитарного надзора. Фитосанитарное свидетельство выдает инспекция по карантину растений при перевозке растений и плодов. Карантинное свидетельство выдают органы по карантину. Все товаросопроводительные документы на всем протяжении перевозки сопровождают груз. Ответственность за их оформление лежит на отправителе, а подготовкой их часто занимается транспортно-логистическая компания, выполняющая перевозку. Давай. Перевозку. Следующий вопрос. Проверка обеспечения сохранности материальных ценностей и состояние складского хозяйства. Так, проверка. О, блин, ну ты можешь как-то это еще разочек это повторить? Проверка. Перевозку. Следующий вопрос. Проверка обеспечения сохранности материальных ценностей.
Проверка обеспечения сохранности. Так, я думаю, это можно нам дописать. Я вот даже вот здесь вот. Проверка обеспечения сохранности. О. Вообще очень подходит. Может это проканать где-то. Может, я где-то это в середину впихну, там проверка обеспечения сохранности. Каким-то там этим самым. Так, или вот здесь допишу. Блин, ручка уже заканчивается. Так, проверка. Так. Проверка обеспечения сохранности материальных ценностей, да? И состояние складского хозяйства. Проверка обеспечения сохранности. Блин, я... Стой еще раз, я капец. Ты читаешь, я манал. Проверка обеспечения сохранности. Перевозку. Так, еще раз. Перевозку. Следующий вопрос. Проверка обеспечения сохранности материальных... Точно. Проверка обеспечения сохранности материальных ценностей. Материальных ценностей. Ценностей. И состояние складского хозяйства. Ага, и состояние складского хозяйства. Во. Так. И... Состояние... Да, вот так вот. Вот так вот я это все исписал, да? А нихера непонятно. Ну да, тут без расшифровщика и не понять. Но пункт, конечно, интересный. Проверка обеспечения сохранности и материальных ценностей складского хозяйства. Вот с этого даже можно и начать. Мне вот как бы вот этот пункт очень интересный. По нему очень много можно, наверное, написать. В процессе проведения данной проверки необходимо установить следующее. Пригодны ли складские помещения для хранения материальных ценностей? Так и запишем. Пригодность. Пригодность. Оборудованы ли они стеллажами и другими приспособлениями? Не допуст...
Допускается ли порча материалов из-за ветхости складских помещений? Особое внимание следует обратить на то, исправны ли крыши, полы, стены, ну, наружные внутренние запоры на дверях и воротах, проверить, пригодны ли... Короче, исправность помещения. Во. Так, исправность помещения. Ли стеллажи, полки, ящики для хранения? Прикреплены ли к местам хранения огнетушители? Ярлыки с указанием номенклатурных номеров. Так, ярлыки. Так, нет, как? Если я ярлыки напишу, я нихера не пойму. Так, ярлыки с инвентарными номерами, во. Не, капец, я, наверное, сегодня реферат не буду делать, я уже, короче, капец, я уже засыпаю с этой учебой. Обеспечивается ли полная сохранность материальных ценностей, возможность свободного доступа и быстрого нахождения? О, сохранность. Так, надо написать сохранность и недоступность посторонних. И... Ой, и... Нет, наверное, сохранность и недопустимость посторонних. Или не... Нет, нет, сохранность и недоступность. Не, недоступность. Не очень, не, наверное, сохранность и недопустимость посторонних. А недоступность-то это... Недопустимость, короче, вот. Там же как, с моими словами надо будет. Вот, вот мое слово. И недопустимость посторонних, сохранность и... так, не, даже не. Да, не. И не. Да. Короче, я все-таки перезалью на основной канал. Посмотрим, сколько там, что насобирается. Пусти. Сторонних. Так, а это у нас какой пункт получается? Как раз. Ну, по каждому буду писать, то уже как бы сторонних. Она говорит, что я, а я, она говорит, а я сразу на свои слова переделываю. Нахождение при приемке необходимого товара. Угу. Обеспечены ли склады исправными весоизмерительными приборами и ну, медной естественно. Тарой? Соблюдаются ли сроки клеймения этих приборов? И обеспечены ли складские помещения противопожарным оборудованием и инвентарем? Ну ладно, на складах необходимо установить, знают ли заведующие складами кладовщики порядок приема, хранения и отпуска материальных ценностей.
Устанавливается, правильно ли ведь? Так, вот это не знаю, что это. Так, порядок. Во, точно. Это же как бы обыденная ситуация для кладовщиков. То есть как бы попадает порядок приема и отпуска материальных ценностей. Во. Ой, блин, нет, не, сам порядок-то вообще пофигу. Знание порядка, во. Надо вот так вот правильно писать. Сейчас я то это не забуду. Ведется организация учета ТМЦ на складе. С этой целью надо установить, своевременно и правильно ли проводятся записи по приходу и расходу материалов в карточках складского учета М12. Все ли подписи имеются в карточках? При наличии... Вот с этими подписями, блин, ты приходишь к кладовщику, и все, там вот этих подписей, сидишь такой 300 лет подписи за месяц расставляешь. Вот по такому листу тебе приходит, и ты такой вот, херачишь подписи, у тебя же рука устает аж за все, что ты наполучал. При наличии ведения материальных отчетов надо установить, правильно ли они ведутся. При проверке состояния складского хозяйства следует также выяснить, как обеспечивается пропускная система, обеспечивает ли она должный контроль за вывозом материальных ценностей, имеются ли на складах образцы подписей материально ответственных лиц. Так, пропускная система? Ну, не знаю, вот насчет пропускной системы я как бы с ней не очень согласен. Причем тут как бы пропускная система? Каким местом это связано с кладовщиком? Кладовщика, что ли, должна голова болеть? Как там работает пропускная система? А вдруг какие-то посторонние левые люди могут проникнуть? Капец. А типа, если пропускная система работает, чисто теоретически посторонние не могут проникнуть. Это вообще для этого пропуск никому не нужен. Бред, по-моему. Которым предоставлено право получать. Я даже писать это не буду. Также устанавливаю, заключены ли договора о материальной ответственности с заведующим складами, кладовщиками и другими работниками, которым доверено получение, хранение и отпуск ТМЦ. Следует также проверить, правильно ли оформляется при смене... О, я себе план набросал уже. Уже как бы вторая страница пошла. Я думаю, это уже на 10 страниц. Я думаю, реферат мы с вами будем писать в воскресенье. Так что, как бы, приходите. ...материально ответственных лиц, например, уход в отпуск, передача материальных ценностей от одного материально ответственного лица к другому. От одного материально ответственного лица к другому. Так, не знаю, это стоит или нет написать. Передача материальных ценностей. Так, передача материальных ценностей сменному кладовщику. Во, передача.
Я ни хера не знал, но сейчас уже все капец. Я уже почти колдовщик, все знаю. Сколько 10 страниц? Да вообще легко. Я уже тут планы себе набросал, блин. Почти на 20 страниц. Отомри. Оформление, учет и перемещение товаров должны осуществляться в соответствии с нормативными актами. Первичные документы оформляются на основании требований положения о бухгалтерском учете и отчетности Российской Федерации. Это неинтересно. Проверка режима хранения товаров. Складе. Так, проверка режима. Я даже снова с точки напишу это. Проверка режима хранения товара. Во. Даже пускай это будет типа 11. Не знаю, дойдет ли это у нас как бы. Все, что в 10 страниц умещается, остальное можно нахер не писать будет. Сказали 10. Будем 10 писать. А то я как распишу там. Проверка режима хранения товара. Тут я согласен. Потому что склады-то разные бывают. Продукты. Если продуктовые, так тем более надо смотреть там это самое. Что до какого угодно проверять. Даже если это не продукты, там... Не знаю, стиральный порошок, средство для мытья посуды. Все равно надо следить, потому что там сроки определенные. А если это вещи какие-то, ну... Хотя, каким-нибудь там кирзовым сапогам резиновым им ничего и не будет. Но все равно проверять это, все это дело надо, чтобы оно самое... Перекладывать время от времени. Ну, хотя, что тут... Что необходимо создать... Такие условия для правильной и своевременной приемки товаров по качеству и количеству, при которых обеспечилась бы сохранность товаров и предотвращалась их порча. Помимо рационального размещения товаров на складе, необходимо создать оптимальные условия для их хранения. С этой целью следует постоянно следить за температурой и влажностью воздуха. Вот я за это и говорю. Внутри помещений и поддерживать их на уровне, установленном стандартом и санитарными правилами для отдельных групп товаров. Причем нельзя допускать их резких перепадов. Контроль за температурой воздуха осуществляется при помощи термометров. Алло, блин. Для измерения влажности воздуха на складах применяется психометрический метод, с помощью которого определяется относительная влажность воздуха. Она рассчитывается как процентное отношение абсолютной влажности к максимальной. Регулирование температуры и относительной влажности воздуха проводится при помощи отопления и вентиляции. Для понижения относительной влажности можно также использовать влагопоглощающие вещества. Соблюдение оптимальных режимов хранения товаров, регулярный осмотр и аккуратное обращение с ними позволяют не только снизить потери товара из-за порчи, боя, лома, но и уменьшить естественную убыль в результате усушки, выветривания, утечки. Стоп, это как-то боя и лома. Это если аккуратно хранить, то бой и лом типа сразу как бы невозможен. Бой и лом — это чисто все человеческий фактор, так что не надо тут говорить, что, блин, если товар будет храниться особым образом при нужной температуре, то уже все капец, уже
чисто теоретически уже он как бы у человека из рук не выпадет. А если вот такой вот я, у меня руки и жопа, если растут, я мне что мешает? Хоть как ты положи, я возьму, там, споткнусь, да, засмотрюсь там на кладовщицу, да, споткнусь и разобью к херам. Так что это, вот это бой и лом, это чисто человеческий фактор, а не из-за того, как там хранится, да. Понятно, если оно будет вот так вот, короче, как попало, вот просто куча навалена, оно... А я нижнюю достану и все разобьется. Так еще. Но все равно это все херня. Что ты рассказываешь? Сидишь тут в очках, типа умный, ага. Сама, вот сразу видно, кладовщиком ты нихера не работала. Я тебе, короче, час 18, и я тебя разоблачил. Ты просто с бумажек сидишь там такой, боя и лома, надо складировать при особых условиях, чтобы там все хорошо было, и тогда бой и лом уменьшится, потому что особые условия хранения соблюдены. Да, 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 вот ты вот это, знаешь, школьникам рассказывай вот про вот это вот все дело. Я тебя выкупил, я знаешь, 10 лет как-никак в этом вращался. Ты ни хера вот в этом не работал, так вот, по бумагам читаешь, никакой своей мысли, да, сидишь такой, вот так вот смотришь, боя и ломан уменьшится при особом хранении, да, вот так вот, конечно, ты Word'ом и вот этой программой C1, как бы, да и то у тебя там, наверное, написано, что как куда жать, ты просто сидишь и тупо все с бумаги читаешь. Я бы еще поспорил бы, что ты умеешь или нет в C1 работать. Ты, наверное, и не умеешь. Тебе просто там все тупо написано, что читать. Ты, может, до этого литературу вела, да? Вот литературу там за Пушкина, за Бажова рассказывала. Тебе, короче, сказали, так, Тамара Семеновна, тут нам надо, короче, по кладовщику... Кладовщику, я не знаю. Так мы вам там напишем, чего там, куда жать, чего, как рассказать. И вы сидите такие вот, кивайте вот так вот, короче, и читайте с бумаги. Говорит, ну ладно, тогда ладно, проведу. Вот мы тебя и разоблачили. Вот все, вот знаете, вот такие вот. Чтобы палево меньше было, находит такую женщину, такую, как говорится, 60... Под 70, да, и она не такие вот так вот с важным видом, с очками обязательно, типа они разбираются. Поддержание необходимых санитарно-гигиенических условий на складе должны регулярно проводиться уборки и мероприятия по уничтожению. Уборки, конечно, уборки на складах, ты вот это уже сразу вранье, сразу вот. Врет она, потому что ни хера не работает. Уборки на складах, это вообще что-то фантастическое. Она такая, регулярные уборки на складах. Да кто этим занимается? Ну серьезно, уборки на складах. Уборки на складах, знаете, когда происходит? Когда вот знают, что завтра, если это продуктовый, да, склад, то говорят, вот завтра из центра из эпидемстанции приедут, короче, проверять. Все, капец, приборка начинается. В случае с производственным складом, говорят, комплексная проверка. Все, капец, приборка на складах. Андрей, нам надо приборку на складах передвинуть, там помыть. Все, вот тогда начинается. А вот, а не как она говорит, регулярно. Регулярно один раз в год. Вот все, это второй факт, то, что ты ни хера не соображаешь в этом. Уничтожению микробов. Дезинфекция насекомых, дезинсекция грызунов, дератизация и стойких запахов, дезодорация. Давай. Что так. Ты еще скажешь? В процессе хранения... Ты уже себя компрометировала, женщина? Ой, бабушка? Бабушка, вы нихера в этом не разбираетесь. Я уже два факта, да, как бы, то, что ты как бы просто там, просто тупо читаешь. Хранение товаров на складе, подготовки их к отпуску и выполнению других складских операций возникают товарные потери. Следует различать допустимые товарные потери, на которые устанавливаются нормы естественной убыли, и недопустимые, которые относятся... К моему заданию. Потерям, то есть по которым составляются акты.
О, кстати, хорошее слово. Недопустимая потеря. Вот я тут допишу недопустимая потеря. Словосочетание классное. Пока вот оно как бы прозвучало, я себе зафиксирую недопустимая потеря. Грамотно выражаться. Недопустимая потеря в раз недопустимая потеря составила 1700 рублей. О, вообще классно. Вообще вот, четко. Вот так вот запишу в ответе. Мне скажут: о, красава, все, короче, блин, молодец. Можешь кладовщиком работать. Так грамотно пишет недопустимая потеря. Так, двоеточие, 1700. Рублей. Так, все. Я между делом еще плюс свое решил. Действующими стандартами для отдельных товаров установлены оптимальные температурные и влажностные режимы хранения, а Влажностные для режимы. отдельных товаров устанавливают еще и специальные режимы хранения. Это, например, продукты с ограниченным сроком хранения. Требования относительно... Продукты с ограниченным сроком хранения. Извините меня, пожалуйста, но все продукты с ограниченным сроком хранения. Вот третий факт, что она ни хера в этом не разбирается, просто тупо читает с бумаги. Продукты с ограниченным сроком хранения. Это можно было сказать, что такие продукты, как свежемороженое, к примеру, да, там рыба, йогурт и молоко и так далее. Это продукты с ограниченным сроком хранения, да? Потому что в холодильнике они хранятся, вот эти. А так-то, блин, продукты они все. Даже тушенка в железной банке, она тоже не вечна, там срок хранения ограниченный, они все ограничены. Вот она, вот поверхностное знание предмета. Третий факт. Все, короче, ты бабка разоблачена. Тебе на пенсию, короче, пора. За внуками смотреть. Это... Или литературу, там, русский литературу там веди, а не вот это вот просто, ну. Можно также куда-нибудь так устроиться и так вот так, с таким умным видом так дать что-нибудь я такое для к примеру, да что-нибудь такую важную бумагу, потому что буду читать. Вот так же. Буду сидеть так читать, чтобы мне по 1500 там платили. Так вот сидеть такой. Соцработник выполняет следующие. Еще раз. Соцработник выполняет следующие должностные функции. Выявлять нетрудоспособных одиноких граждан, проживающих на закрепленной территории, не нуждающихся в социальной помощи, испытывает трудные времени. Осуществляет, потом раз так, в какой-то момент так внимательно, осуществляет социальное обслуживание нетрудоспособных пожилых граждан и инвалидов, проживающих на закрепленных территориях, как указано в графике посещения при необходимости приносить на дом продукты питания, товары первой помощи, необходимые горячие обеды, помогать при приготовлении помощи одиноким людям, пожилым людям, инвалидам, кормящим детям. Вот так вот сидеть, короче, и в какой-то момент так помогать протапливать печь необходимых доступа в воду, содействовать в получении топлива для жителей частных домов. Вот так вот, примерно. А потом такой, раз так вот, ну, вот примерно вот так вот, короче. А что, я также могу? Тоже очки, где у меня очки? Блин. Тоже очки, очки надену, такие. Блин, у меня со зрением все хорошо, но я очки с простым стеклом так понаеду, так буду такой, типа, такой, это самый, типа, самый умный такой, буду сидеть такой, вот так вот, с важным видом. Оптимальных режимов хранения отдельных групп товаров изложены в действующих правилах продажи продовольственных товаров. В правилах продажи непродовольственных товаров. Работники складов должны обеспечивать поддержание таких режимов.
Ну, например, рассмотрим режимы хранения отдельных товаров на складе. А ну-ка. Если это будет мясо и мясопродукты, мороженое, температура должна быть не выше минус 9 градусов, относительная влажность воздуха не... А вот сейчас она сказала, хотя она должна была сказать до этого, она сказала вообще как про продукты, а тут раз такая, херак она вспомнила. Ниже 90%. Мясо и мясопродукты охлажденные, температура от нуля плюс-минус 2 градуса. Относительная влажность воздуха 85%. Колбаса полукопченая, копченая, не то выше 12 градусов температура. А относительная влажность воздуха 75-78%. Если же колбаса вареная будет у нас, то от 2 до 6 градусов температура. И все опять-таки она все это читает. То есть не из головы. Тот человек, который разбирается в предмете, ему говорят, допустим, знаешь, а сегодня у нас тема так вот, давайте что-нибудь там, к примеру. К примеру, о, я тут уже писал, да. Сегодня у нас тема проверка и обеспечение сохранности материальных ценностей для складского хозяйства. И все, и он будет вот так вот, короче, из головы рассказывать, да. У него будут какие-то там пометки, да, чтобы план рассказа, да. Он такой раз посмотрел и попер. А она, во, это у нас четвертый факт, да, то, что она нихера не выкупает за что. Ей это написали, она с этого так и читает. Температура. Влажность воздуха тоже 75-80. Четыре факта. Рыба охлажденная, температура от 0 до минус 5, влажность воздуха 95-100%. Угу. Сыр, температура хранения минус 4, минус 8, относительная влажность 85-87%. Сухофрукты, температура 5-20 градусов от 5 до 20. Относительная влажность не выше 70% и так далее на другие товары. Угу. Обеспечение сохранности свойств товаров достигается созданием надлежащего гидротермического режима хранения товара, удобной системы их укладки и размещения, организации постоянного контроля в процессе хранения. За товарами, хранящимися на складах, необходимо наблюдение и уход, регулярные проверки состояния, контроль появления признаков порчи, следов грызунов или насекомых. Вышеперечисленные факты позволяют минимизировать затраты при работе с товарами, сформировать общий порядок документооборота. При наличии большого количества поставщиков согласовать со всеми общие правила приемки, конечно, не удается. Но мы должны принять все меры для решения данного вопроса. Проблема. Вопрос последний. Складская логистика. Успеваешь, давай. Потом попьешь, алло. Складская логистика. Итак, логистика складирования. В логистической цепи перемещение материальных потоков невозможно без концентрации в определенных местах нужных запасов, для хранения которых и предусмотрены склады. Современный склад – это технически сложное оснащенное сооружение, которое включает взаимосвязанные элементы, имеет соответствующую структуру и выполняет ряд функций по изменению материальных потоков, а также сбору, переработке и распределению грузов между потребителями. Я про логистику даже ничего писать не буду. Я сейчас напишу «складская логистика», у меня вообще в голове ни хера не отложится. Да какая нахер логистика? Она капец, она еще и так рассказывает такое вот.
перемещение. Концентрация. Должно там туда-сюда. Капец. Всё это... Понятно? Между потребителями. Между потребителями. В то же время класс, склад понял. Является всего лишь составной частью системы более высокого уровня логистической цепи, которая и определяет системы более высокого... Вообще, все понятно. Склад – это система, которая находится внутри системы, а в той системе своя система, которая руководит всеми этими системами. О, понял! Кто-нибудь понял? Там это пишите, это кто понял про эти все системы? Прошу прощения. Все, блин, капец, она шестой раз напоролась. Она про эти с этими системами так. Почему она, как говорится, не понимает, что она читает? Она такая, говорит, склад – это система, это большой логистической системы, которая является сама еще большей системы, которой руководит другая система. Капец, читал. Такая сама подумала, а что я тут прочитала? Такая, аж сама запуталась. Все, капец, проблема, как дальше жить? В то же время склад... Она все, она вон, видите, ржет, вон, видите, ржет. Она поняла, что она какую-то херню уже начинает морозить. Такой, говорит, простите, пофигу, там уже все уже, как бы, за полтора часа уже у всех уже мозги вскипают. Система, которая... Склад – это система, которая руководит еще большей системой, а это и руководит другая система. Прям какой-то, знаете, государственный строй она описала, а не как бы а логистику складов. Поняли? Сама такая Является всего лишь составной частью системы более высокого уровня логистической цепи. Система более высокого уровня логистической цепи. Понятно? Которая и определяет основные технические требования к складской системе, диктует задачи и позиции... Хватит про систему. ...ее оптимальной работы, устанавливает условия переработки груза. В связи с этим склад рассматривается не автономно, а как составляющая часть логистической цепи. Основная задача склада – это концентрация запасов, их хранение и формирование. Да ладно! А я думаю, зачем же нужен склад? Оказывается, чтобы складировать? Блин, я не знал. Тут вот тайна разгадана. Зачем же нужен склад? Чтобы складировать. Все, капец, теперь я все знаю. Я вот только про склад не знал, а сейчас все. Склад, чтобы складировать. Теперь понятно. Сейчас так и напишем. Так. Склад, чтобы складировать. Бесперебойного и ритмичного обеспечения заказов потребителей. К функциям склада относятся накопление, переработка. Накопление, складирование, раскладирование, быть частью системы. Водка и распределение. Водка, она слышали, что-то про водку сказала? Говорит... Ну и когда занимаетесь складированием, да, если вы будете еще помнить, что склад – это логистическая система, которой руководит другая система, и всей этой системой руководит третья система, то на вашем складе обязательно хранится водка, потому что без водки вы ни хера не разберетесь в этой системе. ...грузов между потребителями. К основным понятиям складской деятельности относят приемку товаров и грузов от перевозчика. Приемка товаров при этом ведется по количеству и качеству. Размещение и укладка товаров. По количеству и качеству. Ну я это вначале говорю. По количеству, понятно, считает по качеству.
А, ну по качеству. Ну это, короче, это БУ какой-то йогурт пожеванный, это, ну он туда к БУ бросаем, да? По качеству. Вот тут бы она рассказала бы, по какому качеству. В смысле, по качеству, что это не качественно, это сюда. Это качественно, это сюда. Или по качеству, в смысле, как бы, вот эта вещь уже как бы бывшего употребления, да, как бы БУ, да, какая-нибудь ХБшка, да. Это сюда, это новое, это сюда. Или как, ну, опять-таки, седьмой факт, то, что она просто там сидит такая и втирает там, что типа она как бы что-то понимает. Просто сидит такая по количеству и качеству. По какому качеству? Там стеклянный, оловянный, бумажный, хрустальный или качеству, что типа это высококачественное, а это низкокачественное. Пофигу, все уже вот с такими глазами. По качеству. Вы поняли? Причем размещение товара ведется по нескольким принципам. Так. Хранение, отбор и отправка товара. Некоторые... Хранение, отбор. Это что за отбор? Это, короче, один кладовщик у другого кладовщика что-то отобрал и к себе складировал. Отбор. Склады занимаются маркированием и упаковыванием товара. Маркируется товар в соответствии с разработанными правилами и способами. И последняя Не могу операция – это это серьезно слушать. сдача груза перевозчикам. То есть передаем груз для дальнейшей транспортировки. Логистический процесс на складе требует полной синхронности работы снабжения запасами, обработки груза и фактического распределения заказа. Логистика на складе практически охватывает все главные рабочие... Работа склада требует синхронности. Ага, конечно, это ты в какой-то фантастический пример рассказываешь. Синхронности. Не знаю, как там на всех производствах у нас синхронность никогда. Это хер добьешься. Там говоришь, короче, тебе там вот это пришло, давай приходи. Я говорю, да, пришло. Ну, окей, я послезавтра приду. Ага, да, ага. Синхронность, конечно. Это про какое-то другое государство, не про Россию. У нас-то синхронность, конечно, добивается на складах. Сферы, которые рассматриваются на микроуровне. Да, микроуровень вообще капец. Работу всех элементов логистического процесса нужно рассматривать во взаимозависимости и во взаимосвязи. Этот подход разрешает не только регулировать деятельность подразделений склада, он выступает базой планирования и контроля за перемещением товара на складе с минимальными затратами. К логистическим процессам относят разгрузку и приемку грузов, внутрискладскую транспортировку, складирование и хранение, а также комплектацию заказов и отгрузку, транспортировку и экспедицию заказов, сбор и доставку пустых товароносителей, информационное обслуживание склада. Учет и контроль за поступлением запасов и отправкой заказов позволяет обеспечивать синхронность переработки грузов. При должном контроле и учете максимально используется объем склада и предоставляются необходимые условия хранения. Успешно проводимое логистическое обслуживание покупателей делает данное предприятие выгодно отличающимся от фирм-конкурентов. Залогом рентабельности работы склада является рациональное осуществление логистического процесса. Поэтому при формировании логистического процесса нужно добиваться оптимальной планировки склада, а именно выделять рабочие зоны, которые способствуют снижению затрат и повышению уровня процесса переработки груза. При расстановке оборудования эффективно использовать пространство, которое позволяет увеличить мощность склада.
существенно сокращать парк подъемно-транспортных машин за счет применения универсального оборудования. Универсальное оборудование, вот левое и правое. Выполняющего различные складские операции. Увеличение пропускной способности склада и сокращение эксплуатационных затрат. Минимизация маршрутов внутри складской перевозки. Существенно сокращать транспортные издержки при применении централизованной доставки. Сокращать время на затраты, связанные с документооборотом, обменом информации за счет использования возможностей информационной системы. Ну и в завершение лекции можно сказать, что мы рассмотрели все поставленные в начале занятия вопросы. Считаю, что цель занятия достигнута. Желаю вам применять полученные знания на практике. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. А, что, все, что ли? Да, 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 да. Вам тоже спасибо. О, это... Капец. Единственное, что она сказала от себя, да, как бы, применяйте. Угу. Я вот могу только ей как бы вот так, так ответить. Применяем. Так, о, а у нас еще какие-то вопросы есть. Так. Угу. Нормативные акты нормативные акты, регулирующие деятельность складов торговой организации, способы расчета на складах, способы хранения и типы грузонесущего оборудования, виды складской техники и типы погрузочного оборудования. О! Вот это я даже могу, короче, сам даже без Гугла ответить. Виды складской техники и типы погрузочно-разгрузочного оборудования. Блин, капец. Вот это я знаю. Я даже, короче, без Гугла могу практическую работу выполнить. Виды техники и типа погрузочно-разгрузочных оборудования. Во-первых, в зависимости от того, какой это склад. Если это типа какой-то ангар, да, здоровенное помещение. Там будут такие... погрузчики, да, маленькие такие, чтобы между рядами ездить, такие небольшие, да, если такой, ну, в зависимости от места хранения, если здоровенный склад, да, вот такие там будут, маленькие, а могут быть еще и побольше, да, допустим, если какой-то вот еще здоровенный такой ангар, да, вот такой, побольше погрузчик, да, какой-то с ковшом, к примеру, будет приезжать, да, и выгружать, да, а маленький уже будет по стеллажам, вот, два погрузчика, в принципе, как бы тут третьего не дано. Если это такой, типа, как уличный склад, там, не продуктовый, да, там, металлоизделия, да, всякие. О, молодец, я тебя поздравляю, вот видишь, тут обучение, да. Если это, к примеру, будет какой-нибудь там металлопродукция, там медь, там металлические листы, да, там всякие в слитках, там кругляк, да, к примеру, ну что там, что-нибудь такое вот из металла, да, профматериал, то там будет обязательно там кран, либо, да, кран-балка, если это... склад, который находится в ангаре, да? Если это склад такой как бы уличный, да, на улице происходит, без крыши, то там будет такой, скорее всего, мостовой кран. В том случае, во, как бы. Тут же за это спрашивают. Погрузочного, нагрузочного. Да, то есть кран-балки, тельфера, погрузчики, там, мини-погрузчик или такой поболее погрузчик. Все, тут все... Все на погрузочно-разгрузочное оборудование. И я со всем этим оборудованием, вот этими руками работаю. И с некоторым даже лично управлял. Так что тут все, в принципе.
Хотя, а нет, есть еще один элемент, эти, но это не так часто, и это уже просто на крупных каких-то складах. Грузовые лифты, да, то есть, допустим, склад такой он устроен, да, допустим, вроде здоровенный ангар, но есть, допустим, типа не второй этаж, а вот такой вот, есть второй ярус, да, к примеру. К нему может идти такой лифт, да, грузовой, он будет подниматься, да, грузчики туда раз, накидали таких мешочков там с чем-нибудь, там, не знаю, там, с чем-либо, да, в этот лифт. Он раз такой, раз опустил, да. Потом вы перекидали на этот погрузчику туда, на эти на вилы, там, на поддоны, да? Он раз увез. Машинка подъехала, вы на кран, это, кран-балкой зацепили, машинка уехала. Все. Все очень классно, удобно. Вот как все оборудование. Я все это оборудование знаю. Потому что за это оборудование, как говорится, инструкции сдавал. Поэтому, что у нас? Еще раз. Мини-погрузчик, да, так большой стационарный погрузчик, два, да, как бы, кран-балка, кран, да, на улице, если это, да, ну и грузовой лифт, да, собственно, 5, ну это 5, основа, могут быть еще какое-нибудь такое приспособление, какие-нибудь там, ну это все лишнее. Может быть, какие-нибудь типа тележек каких-то, да? Точно, вот тележка. Может быть, вот с такими вот этими, с этими, с рогами, да? То есть 6, все, как бы 6. Остальное может такое уже, как бы, тоже может применяться. Не везде же, допустим, есть водители, да? Ну вот 6. Так что вот так вот получилось. Я думаю, это перезалью на основной канал. Ну, а реферат с вами будем, я же нихера, вот, я же не просто так сидел, смотрите, как курица лапой тут лепил, да, вот это. В воскресенье мы напишем реферат, по фифе, наверное, я в себя приду, мы в понедельник по фифе стрим проведем, если все нормально будет. Я вот еще там плюсы, я разберусь со своими задачами, где у меня, где моя, этот... Где это моё-то, то, что я вот писал себе решение. Так, я себе тут отмечу, что... Так, виды складской техники, погрузочного оборудования. Вот это я знаю все. Это я прекрасно знаю. Вот я даже, блин, капец. Она это не рассказывала в этой лекции, да? Вообще ни слова не сказала. Но я это знаю от и до. Хотя, может быть, тут еще что-то. Экспертиза участка, тенденции исторических родов, основные расчетные параметры складского сооружения. Это не надо. Определение топологического. Так, не надо. Оптимизация количества постов загрузки. Планирование и решение складских помещений. Основные требования. Все, короче, вот у меня вот это четвертое. Я на него отвечу от и до вообще. Я могу это самое... Столько про это, про складскую технику и погрузочно-разгрузочное оборудование, это самое, рассказывать. За 10 лет я, блин, все это погрузочно-разгрузочное оборудование изучил. Но, я думаю, на этом мы с вами тоже закончим. У меня капец, я вот эту тетку посидел, полтора часа послушал, у меня капец, у меня уже мозги скипают, надо... покушать, отдохнуть. Так, а завтра, может быть, даже в кино сходить. Так, как это у нас включается? Во, вот так вот. Но вердикт мой какой? 7 пунктов, да, я обнаружил в процессе, как пока я тетку это слушал. Нихера она, короче, в вопросе не сечет, она просто тупо читала с бумаги, без всякого, короче, вот так вот. Меня посади на какую-нибудь тематику, да, вот все мне распиши. Ну, я, конечно, может быть, так же четко, как она, не прочитаю, потому что из-за известной ситуации в 2012 году у меня, как бы, мое чтение оставляет желать лучшего. Но когда-то я все хорошо и четко читал. А сейчас уже не говорить нормально, не читать нормально не получится.
В общем, завтра, скорее всего, стрим будет по Элистоду. Очень классная игрушка. Так что все непременно приходите. Будет, блин, я думаю, классно. Очень классный стрим будет. Когда это будет, то еще и пока неизвестно. Поэтому вы подписывайтесь на этот канал. Какой-то чувак в очках канал называется, да? Ну или там, где смотрите. Да и на основной канал, вот он, там вот, сверху. На него обязательно подписывайтесь. Главное подписываться на основной канал на YouTube. Вот на него надо. Ну и, собственно, на этом я вам не буду пересказывать то, что как важно на основном канале прожимать кнопку стать спонсором, потому что сейчас тяжелые времена для канала наступили. Вы можете помочь в этом каналу. Ну и думаю, воскресенье, кстати говоря, Формула-1 же воскресенье, ребята. Так что все приходите на Формулу-1, посмотрим.